Thank you.
Все, мы в эфире. Прекрасно. Народ, привет. Как дела? Че, уже послушали наш подкаст, который вышел часа два назад? Прям just in time, как говорится. Мы снова здесь для вас делать Hard Surface с Женей Паком. Женя, привет. Привет. Здорово. Рассказывай, какой план у нас действий на сегодняшний стрим? Ну, вот как-то прошлый стрим мы... Я показывал эту собаку, и с тех пор ничего не изменилось. Немного ноги изменились, и сейчас хочу продемонстрировать этот пайплайн, который, ну, такой, он на самом деле довольно экспериментальный, он не дает там прирост к скорости или чему-либо, но просто вот позабавиться там, что-нибудь сделать, и креативное, чистое можно, вот. Попробуем какую-нибудь детальку возьмем и тоже ее вот прогоним через этот пайплайн, но, как всегда, со мной этот, как бы, продуктивности не выходит на этих стримах, так что, может быть, мы ничего и не сделаем. Но как минимум подцепим все ваши вопросы, которые у вас будут, и поделимся знаниями. У меня сейчас почему-то часы Apple Watch сходят с ума. Они вдруг решили, чтобы я начал с ними дышать. Они начали очень странно вибрировать. Урок простой. Не позволяйте роботам манипулировать вашими жизнями. А уж тем более, если это робособака. Так, только что закончил смотреть предыдущую трансляцию, как раз продолжу под стрим ковырять блендер, пишет Арсений Митрофанов. Арсений, ну ты серьезно подошел к делу, я могу тебе только позавидовать. Привет ждущим, здравствуйте, вы дождались. Так, привет. Самый топовый день рождения, сижу смотрю стрим Жени Пак. Ого, с днем рождения, не болей. Ковид повсюду. Так, я почему-то слышу сейчас, как мы с тобой разговариваем с своего компьютера. Это мой косяк, а твой? А, не, все хорошо. Это, скорее всего, что-то у меня произошло. Здравствуй, Дима, здравствуй, Женя, здравствуй, чатик. Удачного стрима, всех люблю, всех целую. Боже мой, какие вы добрые. Спасибо, очень приятно. Тебе тоже приятного стрима, Михаэль. Будут стримы по программированию? Да, будут. У нас вот на выходных прошел стрим как раз-таки для закрытой группы, для людей, которые уже купили курс GameCode. Вот. Мы бы без проблем сделали на паблик, но там было парочку моментов, почему решили так не делать. Но я более чем уверен, что я Сашу вытащу, и вытащу очень скоро. Не отговориться у меня. Вот. Главное, нам нужно будет понять, как это сделать, знаете, эффектно. Как это сказать? Зрелищно, да? Потому что если вы там питонили, или C-Sharp'или, или Unreal Engine'или, то вы знаете, как это может быть с виду, да, выглядеть. То есть нам нужно будет что-то подготовить, да, и это вот все раскладывать для вас, чтобы там без импровизации, потому что другие материи происходят. У меня одного пропали подкасты в Spotify. Не знаю. Мы вчера проверяли с Никитой Казимировым, все было. Hard Surface Squad на месте. Да, железный, твердый сквад здесь. У тебя классная прическа, кстати, Женя. Прям, то блин, есть я... Ну, я всегда мечтал, чтобы у меня волосы были такой длинные. С ними же можно кучу там всего сделать. Там все вот эти вот хипстерские там прически, там вот эти вот ноты, хвостики там и прочее. Ну вот, я отращиваю специально, чтобы потом нормальный хвостик, да, это сделать. Но да, мне все еще не хватает длины. Да ничего, нормально. Пару месяцев самоизоляции, и все будет работать. Ты бэкграунд, что ли, изменил зебраши как-то? Он просто такой серый. Нет, это он был такой. Он был такой. Ну, у меня, значит, по крайней мере. Так, спрашивают, что у Жени сейчас за окном? За окном? Что там за окном? Пятиэтажка. А что там, шумит? Могу закрыть. Да, правда, я вспотею, как... Так. Да, я просто не... Я слышу какой-то статичный мини-мини-мини-мини шумок, но за счет того, что мы накинули вам шумодава, все тут должно быть ок. Что за окном? Солнце, да. День происходит за окном. Да, привык, что Женя везде короткостриженным был. Или в шапке, не путайте. Первый вопрос. Давайте, кстати, напомню вам правила игры.
у вас есть вопрос, он очень важный. Вы хотите, чтобы мы его прям обязательно задали. Вы берете и ставите в начале предложения что-то красное. Какой-то смайлик, да? Или значок. Значок Ютуба красный подходит идеально. А обязательно ли проработать какое-то время в офисе, чтобы понять алгоритмы внутри индустрии? И можно ли, и нужно ли это 3D-художнику? Я пока что не понимаю, что имеется в виду под алгоритмами внутри индустрии. У тебя есть догадки, Женя? Ну, наверное, как люди коммуницируют. Вот эти всякие вайбы, знаешь, там. Ну, одно дело... Workflow такой. Да, да, да. Типа. Когда ты тебе рассказывают, там, смотришь документалки, там, не знаю, God of War, да, и ты такой представляешь, ууу, в офисе Санта-Моники так весело, наверное, они там все там преодолевают и так далее, да, какого-то. Да. И мне кажется, это, если есть такая возможность побыть в офисе, да, ну, грубо говоря, там, годик-два, может быть, побольше, то я бы соглашался, потому что действительно опыт полезный, то есть реально полезный. Это не как мое образование, допустим, оно вообще бесполезное было. А вот работа в офисе, ну, может быть, полезная. Просто если поработал чуть-чуть в офисе, ты же сразу как бы контактами обрастаешь, ну, люди все там да, друг с другом работают. Вот это вот все. Да-да-да. Нет, в офисе классно еще то, что много людей, и ты, если у тебя есть задел, желание чему-то учиться, то люди — это лучшие вообще, мне кажется, пособие что угодно, потому что все умеют, если это какая-то компания, в которой прям желаете работать, компании мечты, там 100% будут люди, которые будут уметь делать все, и ты будешь с ними взаимодействовать, смотреть на них и как-то, знаешь, по-доброму, может быть, завидовать, чему-то учиться. Ну, то есть это полезно на самом деле. Потому что когда ты там работаешь на самоизоляции, таким же образом, да, взаимодействуешь с людьми, это, мне кажется, все-таки не то немного. Потому что, ну, вы там обсудили вопрос, все, молчите, пошли по своим делам. Вот. А присутствие на месте — это прям... Ну, в этом что есть. Это заряжает иногда, особенно если вы вот, ну... по своей пирамиде Маслоу там разобрались с основными там потребностями, которые у вас удовлетворены, там еда, вода, сон, развлечения. А как попасть новичку в геймдев джуном? А? Я думаю, что нужно... портфель нужен, верно ведь? Звучит разумно. Нужен портфель, нужно сходить, если ты в большом городе, есть такая возможность, на какой-нибудь там ивент. Ну, потратить там, не знаю, косарик, да, там какой-нибудь ивент, как это называется, который что-то там, Nights, что-то там в Питере вот проходили. Вот можно, ну, на какой-то такой сходить, просто познакомиться с людьми, которые вокруг, которые в твоем же городе, и законтачить, посмотреть, показать свой портфель и спросить, ну, типа, что, как, есть там у меня перспективы. И, может быть, если контакт пойдет, то кто-нибудь предложит работу прям там же. Ну, или, по крайней мере, скажет, что замолвит за тебя словечко в офисе. Это уже многого стоит. Вот. Я думаю, ну, все-таки портфель — или это самое главное. Или рабом пойти, бесплатно работать. Не-не. Ты вообще ничего не умеешь. Так сейчас даже не берут в этом-то и дело. Мне так кажется, я не уверен, по-моему. Я не слышал таких историй в последнее время. Это скорее трата времени на сотрудника, знаешь, нежели... То есть он даже в убыток будет идти, нежели за бесплатно, типа, выгоду какую-то приносить. Особенно если, ну, опыта очень мало прям. Вот, а так джуном, ну, да не сложно попасть, на самом деле. И, как сказать, если мы говорим про аутсорс, вообще, ну, довольно просто. Главное, вот, сделать что-нибудь стоящее, качественное. И все. Блин, как же я мерзко отвечаю, а? Почему? Я просто, знаешь, я вот вчера, короче, смотрел, есть художник такой, Рафаэль Гроссетти, он арт-директор God of War, да, крутой чувак, сидит, персонажник такой, я разговариваю с другим арт-директором этого, Insomnia Games, сидят, разговаривают два арт-директора и говорят насчет того, как легко, они начали говорить о визах западных, да, в Америку, а потом начали говорить о том, как много они фильтруют этих портфолио, которые им присылают. И там чувак сидит и говорит, типа, ну, я там в какой-то момент пролистал, типа, за день 2000 портфолио. То есть было 2000 апликантов, да, которые прислали свое портфолио, и он такой, типа, из 2000, он сказал, что 1500 это просто, допустим, 1000 люди, которые, ну,
совершенно никак не квалифицированы, они просто закинули и закинули, знаешь, 500 из них, допустим, еще 500, то есть это всего 1500, еще 500 там имеют странные портфели, там какие-то самодельные портфели, неактуальные портфели или деморилы устаревшие, ну, то есть тяжело просматривать, долго время тратится. Остается 500 человек, там 300 из них вроде бы могли бы подойти, но скилла не хватает, и там сколько-то еще. И, короче, он сказал, что буквально единицы из 2000, ну вот, проходит хотя бы собеседование, ну, вживую. И то потому, что после собеседования, ну, никто не гарантирует, что тебе дадут работу, это во-первых. А во-вторых, очевидно, что люди, которые, которым нужен релокейт, с ними нельзя провести вживую собеседование, и это в разы сложнее все еще. То есть, если ты мидл, да, у тебя такой себе уровень, ну, нормальный, как бы нормальный, то тебя не возьмут даже, рассматривать не будут релокейшн, потому что, ну, это невыгодно просто. У тебя уровень должен быть там сразу сеньор, а сеньор, если мы говорим про сеньора в западную крутую студию, такую как Santa Monica, да, или Insomnia Games, ну, это, это же полная жопа. Я просто слушал, и мне такой тильт, знаешь, типа, типа, как же больно, никогда не перееду в Америку и так далее. И сейчас я представляю, что чувак тоже спрашивает, ну, про джуниора, да, и для него это первый шаг тоже такой важный супер. И я тоже такой, на отфигись, отвечаю. Короче, поэтому, да, я, это такое предисловие. Нужно, мне кажется, нам всем много работать, тем людям, которые хотят попасть в индустрию, и мне в том числе, хоть я и уже в индустрии, все равно нужно всегда чего-то добиваться, что-то пробовать новое, быть всегда актуальным и пытаться выработать свое видение, свой стиль, потому что за свой стиль всегда платят гораздо больше. Только нужно постоянно проводить этот, как сказать, реалити-чек, да? Потому что я заметил, что, как сказать, типа запустил работу, там 150 лайков сыпанулось, и сразу как бы думаешь, что все, я уже как бы не так уж и плох в целом, и можно там сразу пойти работу искать, но всегда нужно сопоставлять себя с людьми вокруг, смотреть на индустрию как на конкурентную очень индустрию. Ну, то есть все как бы друзья и помогают друг другу, это одно, но другая сторона индустрии в том, что да, работу порой найти тяжело. Я сам ради прикола, ну как ради прикола, да, начал отправлять резюме, отправил в сколько, ну, почти в 10 контор разные. И мне уже 3 отказа пришло. И я отправлял, но по своей специальности. Там Vehicle Artist, Weapon Artist. Прикинь, я отправляю в этот Riot Games, который сделали Valorant. И я вижу по скиллу Valorant, ну, типа, я потяну, очевидно. То есть я потяну многие AAA игры. И мне приходит отказ, и мне пишут, что у меня уровень маленький. Ну, то есть, типа, мне не хватит скилла, чтобы Valorant делать. Отразляет мальца, да? Отрезляет, во-первых, ну и во-вторых, то есть мне кажется, что все-таки отказали из-за того, что, ну, у меня там место жительства написано Санкт-Петербург, то есть из России или, ну да, СНГ-шных стран вообще тяжело выезд устроить, вот. Так-то я в Польше по факту, да, но, да, и потом еще один отказ от Treyarch'а тоже, еще один там отказ от кого-то, я не помню, PUBG Corporation, и ты сидишь и понимаешь то, что реально, ну вот это такой реалити-чек, что ты там всем говоришь, типа, как попасть в индустрию, а ты сам, ну то есть я говорю про себя, не можешь попасть туда, куда захочешь, знаешь, ну то есть, типа, вот так, захотел туда, попал, ну ни хрена. Нужно тоже работать, развиваться. Вот. Ну, короче, ржаветь нельзя, лучше смерть. Лучше смерть, да. Да. Вот ты останешься. Да. Так, спрашивают, будет ли сегодня фидбэк? Будет, вроде, да. В чем проблема? Нет, не будет. Давай не будем. Давай не будем. Не будет фидбэк, не хочешь сегодня? Да я устал так фидбэки давать. Ну, не то, что устал, то есть мне моих ребят хватает. На продвинутом, на моем курсе. Я, честно, я... Я как-то это тоже... Ну, слишком много фидбэка. Так, тебя отказали, потому что ты в доту играешь вместо лола. Это первое, что они чекают. Ха-ха-ха. Ну, может быть, да. Да, было бы забавно, если бы было так. Так, придется пробираться в геймдев через позицию джуниора-уборщика. Ну, тоже звучит как план. Ну, слушайте, ну, геймдев — это... Не знаю, может быть, я скажу...
может быть, немного резкую вещь, но иногда геймдев может быть не для всех. Иногда, попадая люди в геймдев, понимаешь, что окей, это не то, чего я ждал, и очень быстренько переобуваются, работают где-то еще. Ну и, как бы, это тоже классный опыт, мне кажется. Поэтому да, уборщиком без проблем. Если бы мне 2 года назад сказали бы, о, hello, Дмитрий, а будешь работать уборщиком в Kojima Productions там за 30 тысяч рублей? Будешь жить в подсобке? Я бы сказал, окей, когда вылет? Когда пакуем чемоданы? Вот, так что, why not? Почему нет? Запомните, не бывает стыдных работ. Работа — это работа, ты получаешь за нее деньги. Она тебя кормит. Правда. На курсе Hard Surface могу ли я научиться текстурировать, запекать и т.д.? Нет. Это только опциональная тема, если студенты все успевают. Вот мы в прошлую пятницу, я показывал, ну, опять же, бонусно, да, там, лоу-поли запечку. 3 часа сидели, прям что-то это потели, но если, ну, я ничего вообще никому не обещаю на своем курсе, то есть экстра не обещаю, да, я обещаю только программу, хорошо выполненную программу с моей стороны, но никаких бонусов, там, типа, вот, я то покажу и так далее, лучше этого не будет, лучше поискать на других курсах такую инфу. Так, вы знаете, Capcom принимает иностранцев? В титрах одни японцы у них. Capcom? Ну, я не знаю, я знаю людей, которые работали в японских компаниях. И, ну, тебе нужно подумать, насколько тебе сильно туда хочется, потому что в азиатских компаниях на тебя, как на европейцев, всегда будут смотреть свысока. Тут, если просто погугли эту штуку, конечно. Погугли там какие-нибудь отзывы людей, которые работали когда-нибудь в MSI или в Capcom, иностранцы, американцы, кто угодно. Это прям такая интересная, достаточно, короче, интересное поле знаний, которым ты можешь прям напитаться и понять, что окей, понятно. Так, отправил резюме в QA GameDev, выслали обратно им тестовое, дико боюсь собеседования. Так чё же вы боятся-то? QA, это же, ну, это прям... Это QA, кстати, да, QA-тест. Это отличный способ войти в индустрию. Это, по сути, во-первых, самая оплачиваемая работа, во-вторых, самая низкооплачиваемая, извините, в геймдеве. Но, во-вторых, это самая такая низкоквалифицированная сорта работы. И это как раз-таки тот самый граунд-ап, с которого ты начинаешь учиться, понимать, подсматривать тут, подсматривать там, делать больше, улучшаться и становиться классным в какой-то сфере. Не бойся собеседования. Ну, то есть, что они тебе сделают на собеседовании? Наругают? Нет, я не знаю. Заденут твои чувства? Может быть. Но, тем не менее, сходив на собеседование один раз в QA, геймдев, ты как минимум поймешь, что у тебя спрашивают, что от тебя ждут, и придя на собеседование в QA во второй раз, ты будешь лучше и будешь более готова. А? Мне кажется, это классный подход. Потому что, ну, страх тебе ничего не дает. Вообще. Вот. Плюс в QA позиций очень много всегда. Anyway. Рашка, не Рашка, Ubisoft там где-нибудь в Украине. На Украине, извините. Как бы, ну, правда. Я слышала, что и через постель в Японии сложно иностранцу. Мне кажется, миф через постель уже не особо работает. Особенно, если вы говорите про бизнес. Никому не нужен в бизнесе пассажир-самозванец, ничего не умеющий, ничего не знающий. Что делать, если кроме геймдева себя нигде не видишь, а поступать учиться куда-то надо? Понимаю. Ну, я не понял вопрос. То есть... Тебе нужно сейчас куда-то поступать учиться, но ты не видишь себя нигде, кроме геймдева. Я задам тебе встречный вопрос. А на что тебе нужно поступать учиться? Какая у тебя специализация? Какие предметы? Потому что мы, кажется, об этом уже болтали. Большое количество навыков, которые ты приобретаешь, учась, работая, каменщик ты, я не знаю, архитектор, что-то еще, рекламщик, ведущий, да, любое количество, мне кажется, любые знания, любой скилл можно правильно применить в геймдеве, если оно желает все это прагматично переваривать. Ты сейчас, я полагаю, апробатываешь
ретопишь одну конкретную деталь Рубопса, да? Да, в общем, да, мы немного, как сказать, забылись. Много вопросов. В общем, угу. Суть в чем, что вот у меня есть вот такая деталь, конкретно она выглядит даже вот так. То есть это, как сказать, скажем так, это скетч такой, он довольно, довольно чистый, он довольно детальный, но это все еще скетч, и мой план какой? Я убрал все детали, все замазал, и получил вот такую болванку, да, можно увидеть, что позади у меня есть все-таки какая-то деталь, первая, да, вот. И это как бы вторая итерация. Моя задача какая? Да, я сейчас рисую контуры углов, чтобы потом сделать ретопологию быструю. И после этого я возьму эту ретоположенную модель, отретопанную, закину в блендер, проверю, чтобы все было нормально с полигонажем и, ну, с сеткой. И потом закину во Fusion и попробую сделать следующую итерацию деталей. Они будут схожи, но они будут лучше, чище, и вся модель будет чище. То есть в этом весь пайплайн. На эту идею меня, я должен сделать шатаут, потому что Федор Гузев, я его позвал как своего товарища провести мастер-класс на, ну, на своем курсе Hard Surface, и он показал вот эту штуку. Он не показывал во Fusion, как это делать, да, но он показал этот этап, как можно сделать с помощью ну, вот этих контуров, их обрисовывая, быструю ретопологию. Ну и, собственно, этот метод я и использую. Насчет... Я хотел тоже внести свои 5 копеек насчет вопроса, да, что кроме геймдева нигде себя не видишь, но нужно поступать. Я представляю, просто у меня схожая ситуация была, когда, типа, сколько тебе там, не знаю, куда ты поступаешь. Я в колледж поступал, ты, типа, лет 15-16. Угу. Ты такой сидишь и думаешь, блин, ничего вообще не хочу делать, и ты просто должен что-то выбрать, хоть что-то, чтобы... начать делать, знаешь, и все, что ты знаешь о себе, это то, что ты любишь видеоигры, играть. Uh-huh. Я тогда, ну, вообще ничего не знал, то есть я 3D Max пару раз открывал книжку, и когда нужно такой выбор сделать, то нужно, ну вот, ты правильно сказал, что любой, как сказать, любые знания можно применить в геймдеве, и этим нужно воспользоваться, то есть если ты можешь предположить, допустим, что ты хочешь делать в геймдеве, да, тогда нужно брать какое-то вот что-то схожее с этим направлением. Допустим, если ты хочешь делать там модели, то, наверное, самое ближайшее это будет архитектура. Она очень поможет, да? И, или, допустим, вот там, не знаю, какие-нибудь сценарная какая-нибудь тема, да? Там, или журналистика, мне кажется, супер поможет в геймдеве. Ну, чтобы ты мог глубоко копать в корень, ты мог писать. Может быть, ты станешь нарративщиком или сценаристом, ну что-то такое. То есть uh-huh. есть смежные такие области, которые действительно будут полезны. Потому что я пошел в область, которая называлась инженер компьютерных или мастер-отладчик, что-то компьютерных сетей. Грубо говоря, я должен был по окончании научиться прокладывать сети ну, в компаниях. И uh-huh. я ни хрена не выучил, и это были просто потраченные, ну, годы, потому что никаких даже смежных навыков полезных я не получил. У тебя вот максимально, ну, то есть по специфике, да, у тебя вышка. Ну, твои знания, они вот прям... У кого? У тебя. Ага. Да? А, ну да. Точно. Я забыл. Ну, он диплом лежит, и что? Нет, я... Нет, ну, мне кажется, что... Да? Но я, но опять же, все вот эта вот штука, она работает в сравнении, да, потому что, например, если вдруг я иду куда-то искать работу, то я не знаю, как это, я почему-то всегда сразу забываю про то, что у меня есть диплом, и просто такой, вот мой CV, вот ссылки на мои проекты, вот цифры по моим проектам, вот такой классный. То есть формата тебе всегда есть, всегда, короче, все подается в сравнении, типа практический опыт, он всегда более ценный, или там портфолио. Да, чем твое образование. Тем не менее, твое образование гораздо более ценно, чем твое желание, там, столб твоей решимости и готовность учиться, обучаться бесконечное там количество раз, работать бесплатно, да, и такой весь я амбициозный. Или там, например, я не знаю, твое портфолио, может быть, в некоторых случаях будет менее ценно, чем твое умение доносить свои мысли, брифовать всех, разбираться во всех областях и быть, например, там классным каким-нибудь там, не знаю, гейм-директором, да? То есть это прям mm-hmm. реально... супер нестатичная штука.
Ну да, извини, что перевел, продолжай свою мысль. Не-не, ты все правильно сказал, и я давно уже закончил, да. Техник по компьютерным сетям, да, спрашивают. Но диплом же нафиг не нужен в IT. Ну, наверное, в IT не нужен. Наверное, я не знаю. Геймдев — это IT? Ну, не всегда. Не всегда IT — это геймдев. Алексей, а ты кто по образованию? Тут есть Алексей. В чате, наверное. Это точно не мы. Боже мой, я сейчас умру со смеху, если меня назвали Алексеем. Боже. Так. Там какой-то был прикольный коммент. Чтобы идти в персонажку, нужно быть гуру по анатомии или базы будет достаточно? Юрий Порбов сказал бы, что даже будучи... даже если вы гуру по анатомии, этого недостаточно. Всегда есть куда расти. Но знание анатомии — это полезно. Все персонажники, они... Must to, да, понимать это. Ну, сами подумайте, почему. Если будет портфель, будет опыт, предположим, последовательно пройденный курс HardSurface Lite, DraftPunk, HardSurface. Как дальше действовать, чтобы попасть в геймдев? О, отвечай, Женя. А что там спросили? Я забыл сразу. Ну, предположим, у человека есть портфель, который состоит из последовательно пройденных курсов HardSurface Lite, DraftPunk, основной HardSurface. То есть это речь идет о том, что у тебя уже ряд моделей, знаний, ты знаешь, как их применять, то у тебя есть портфель уже. И у тебя есть портфель. Что дальше? Как действовать? Ну, поскольку... Ну, я не знаю, как... То есть я предполагаю, но не буду говорить за другие курсы, но на своих курсах я студентам довольно прямо говорю, типа, вот сейчас там лучше даже не начинать. Лучше даже на это эмоции не тратить, там искать работу. Давай-ка еще что-нибудь поделаем. И ну, если в целом все преподы, да, на всех этих курсах ты обмазался так курсами, да, набил себе татуировку хуза и все, как бы этот да, готов в целом, то, то да, ну, все, идешь искать работу. Я уверен, что есть уже какие-то знания в том плане, как сказать, трезво оцениваешь свой уровень. Если эта трезвая оценка говорит тебе о том, что в среднем по палате ты вписываешься хорошо и конкурентоспособен, значит, начинаешь аплаять. Аплаешь, ну, там, где есть позиции, где нету позиции, тоже это разные мнения. Кто-то говорит, что если позиции нету для тебя, то не нужно аплаять. Но мне кажется, лучше закинуть, почему бы нет, мне так кажется. Вот. И начинаешь везде рассылать, всем вообще там, на все корпоративные почты, находишь HR-ов туда и ждешь, и продолжаешь работать. Ну, это сам процесс. Продолжаешь постоянно закидывать тех письмами своими там, да, HR-ов, да, и прочее. Процесс-то сам просто, ну, выглядит так-то. Так, просто боюсь на вопрос ответить плохо или не так, или тупо. Ох, ну это, мне кажется, знакомая история. Я в определенный момент просто перестал бояться собеседований. А у меня их было, кстати, очень мало. Я почему-то всегда приходил уже, как бы, мы поговорили по телефону, я рассказал, какой я классный. И мне такие, ну все, типа, да вот тебе испытание боем. Я такой, вообще, давайте. Так, дали отклик на вакансию, вроде готовы дать тестовое, но резко пропали. Ну, такое тоже может быть, да. Ну, причин этому может быть очень много. Потряси их еще раз. Либо они кого-то нашли, либо что-то там происходит, какой-то адский движ, и не до себя. Такое тоже бывает. И все понимают. Застал часть стрима Жени с Эндрю Нэш на его канале. О чем был диалог? У него другой пайплайн работы? С чего-чего? То есть человек видел часть стрима Майка Нэша? Часть стрима, да, Жени с Эндрю Нэш. Да, просто так получилось, что это не запланированная какая-то тема была. Он просто, ну, я так понял, Майк нон-стопом как бы стримит, и он мне решил этот... Ну, мы просто решили сконнектиться, да, поболтать, и мы болтали о как раз-таки вот этом пайплайне. Он был в нем заинтересован. И потом начали болтать о
всяким другом. Ну, в целом, знаешь, о жизни, там, об индустрии, что делать, куда двигаться, вот это вот все. Пайплайн у него больше завязан на SAPD-геометрии. Вот, и он хочет Fusion тоже осилить, но он у него вроде как этот тяжеловато идет, как он говорил. Mm-hmm. Вот. Да, это, кстати, я, как сказать, удивлен, что я сам еще и пофлексил, но поговорить с таким специалистом — это очень такой интересный опыт, потому что понимаешь, что, во-первых, он тоже человек, а во-вторых, когда он говорит, что у тебя отличная работа, ты сразу такой, типа, у, ну, то есть я чего-то стою, да, а потом тебе три отказа, да, короче, приходят, резюме, и всё. Когда они не понимают, они не понимают ничего. Вы пожалеете, да, еще. Вы меня запомните. Так, когда будет полный курс по концепт-арту? Так, в смысле, когда он идет? Денежку платишь и обучаешься, получаешь фидбэки, смотришь. Идет. Ваня Растригин там учит, фидбэчит, делает профессионалов, лепит руками таланты. А новый будет, когда закончится этот, вероятно. Точнее, спустя несколько месяцев после окончания первого набора. Я думаю, что мы продали достаточно хорошо, поэтому да. Поступи на заочку, иди работай или на курсы. Это, как правило, это, наверное, был совет кому-то для геймдева. В армию заберут, для мальчиков сложнее. Ну, да. Техника по компьютерным сетям. Так. О, привет, Женя. Давно меня не было на стримах. Короче, спасибо вам, ребята. Я уже работку нашел в 15 лет. Видал? А? Человек в 15 лет нашел работу в индустрии. Прекрасно. Кем работаешь? Рассказывай. Да, Луцай. Почему ты выдаешь себя за Дмитрия? Лжедмитрий. Лжелуцай. Нет, Луцай сейчас в командировке. Я его замещаю. Нет. Так. Женя, я сейчас планирую учить ZBrush, пишет Влад Гребенник. И хочу знать, с чего начать? Мышь или графический планшет? Графический планшет. Следующий вопрос. Туда. Это было просто. Я могу предугадать следующий вопрос. Vacom Intuos S за 5000 рублей. Хороший планшет. Нормальный, классный. На этом, кстати, спрашивали, как поживает мой планшет. Хорошо. Я на нем иногда рисую. И еще на iPad рисую. Но я пытаюсь... Но я рисую чисто как медитация, без какого-то задела на обучение. Сейчас я учусь русскому языку снова, заново, по новой. Так, пойдите, блин, а еще не нужны моделлеры-бегинеры? Так, я потерял. А, это вы там работающий, я понял. Есть фулл-тайм работа. Полгода живу в режиме без сна, изучая 3D. Мысль уволиться и уйти с головой в работу над портфелем безумно. Если у тебя есть деньги, чтобы get by. Я не знаю, наверное, это работает. Но жить без сна — это очень опасная история, мэн. Типа, в определенный момент ты понимаешь, что окей, сон — это самое важное, что у меня есть. И каждый недоспанный час он тебе укнется. Just believe me. Что бы ты сказал, если бы тебе сказали: Женя, Пак, от твоего решения, от твоего мнения зависит ментальное состояние и здоровье нашего подписчика. Mm-hmm. Владимира Борисова. Однофамилец, кстати. Очень приятно. Уйти с головой в работу над портфелем или жить дальше в режиме без сна, изучать 3D и ковырять портфель иногда? Ну, я не знаю. Смотря как много денег ты скопил, какая зарплата. Да. Ну да. И в целом о каком промежутке времени мы говорим. Потому что если ты говоришь себе, что я уделяю себе год, чтобы работать, да, там, изучать 3D, то ты действительно придется работать много, чтобы за год там, ну, уровень поднять какой-то хотя бы. Но тем не менее, ставить себе какие-то четкие дедлайны — это хорошо. Это да. Правда, да. Ну, просто если у тебя накопление на год, и ты прям на год рассчитываешь, а что, если не получится? То есть всякое может быть. Что если ты не сразу работу найдешь, только через полгода? Нужно трезво. Факторов.
Да, учитывать. То есть это здорово, это хорошо, но нужно... Вот просто в современном мире оно как? У нас есть две культуры. Первая культура это типа... Как сказать? В каждом из нас... Да-да-да-да-да. В каждом из нас типа Рокки Бальбоа, знаешь, там. А-а-а. И мы там под музыку можем... Тух, ворвался там туда-сюда, да. Сделал это. То есть под классную какую-то нарезку, не знаю, пафосного этого саундтрека. Или же там другая, ну, как сказать, полоса. Это то, что ни хера никого не получится. Вокруг все обманывают. Нужны все эти курсы, это бред, только нужны деньги. И это тоже отчасти правда. И просто, знаешь, прекрасно. Нужно быть трезвым человеком и четко оценивать свои силы и возможности. Потому что раньше я сам всем говорил, вот, вы найдете работу, там, вот, возьми свою жизнь в руки, знаешь, там, не будь слабаком. Но я сейчас понимаю, что нужно расслабиться, свой темп найти. И вот, если у тебя работа, она тебе не нравится, да, но приносит деньги, и рисков нету, и у тебя в каждый день остается 3-4 часа, и ты можешь 3-4 часа стабильно. Это отлично, это здорово. Я бы не бросал работу, я бы 3-4 часа вот занимался, потому что это дохера. А если ты такой, ну если я уволюсь, я буду по 16-12 часов, типа, это бред, ты так не сможешь. Помимо этого, нужно не только 3D будет делать, но и многое там потреблять, всякое там, не знаю, про... как это называется, про тайм-менеджмент, да, чтобы быть настолько продуктивным, как тот же Булгаров. То есть труд... Просто глупый труд, не глупый, да, как сказать, упертый вот этот труд. Установка «я загоню себя в могилу от того, сколько буду дышать», это, конечно, геройство, наверное, для самого себя, но лучше не учиться, надо. Уметь учиться — это скилл, который ты приобретаешь, потому что вот я реально понял то, что образовательная программа, которая существует, там школы, уники, они реально совершенно не думают о том, а может быть, нам стоит сначала научить людей учиться, а потом их чему-то учить. Потому что, ну, это ведь, ну, matters, да? Потому что очень легко... У меня с изучениями новых штук, с какими-то целями вот так это работает. Если ты себя чувствуешь себя максимально комфортно и такой, типа, как мне нравится моя жизнь, значит, ты перестал учиться, потому что у тебя не происходит никакого челленджа, да? И я себе постоянно пинаю по этому поводу и говорю, мол, мэн, твой мозг еще гибкий, давай развивайся дальше. Типа, давай еще. Типа, если видишь, что-то не работает, оно должно работать, потому что у меня натура, она такая прокрастинаторская немного. То есть, если есть вещи, которыми не хочется делать, которыми неприятны, я достаточно быстро переборю в себе лень начинать это делать прямо сейчас, потому что я себе объясню, что не сделаешь прямо сейчас, потом будет гораздо больше проблем, которые придется решить одновременно. Лучше я, типа, сейчас дегтя хлебну, чем потом бочку, типа, всю вылизывать, выглатывать, типа. Вот, и с изучением новых штук я вот... У меня, короче, есть пример. Я когда учил английский язык, нужно было очень срочно его выучить, чтобы очень хорошо сдать ЕГЭ. Я учил его прям очень сильно за 2 года. Прям очень усиленно, целыми днями учил, пропускал другие предметы, и у меня было куча репетиторов. И я прям фигачил как черт, понимаешь? То есть у меня не было свободного времени вообще. У меня был сон, он был важен, но я ни с кем не гулял, ни с кем не общался, никак не отдыхал. У меня был только один день в неделю на отдых, суббота. Суббота для меня была священной. В остальное время я просто фигачил. И пока я фигачил, я в моменте не думал, а что если у меня не выйдет? А что если у меня не получится? Я знал то, что, йоу, через 2 года я буду поступать. И у меня сейчас есть день, у меня сейчас есть каждый час. Каждый час это мое окно стать лучше. И типа, вот, ну, когда я не сдам, когда у меня все провалится, тогда я буду волноваться. Сейчас... Я, типа, буду просто фигачить. И в процессе ты понимаешь, что, окей, типа, учиться нужно уметь, количество часов, потраченное на это важно, практика это важно, я не знаю, какие-то там твои собственные ритуалы, геймификация обучения это важно, потому что, ну, типа, ты, по сути, сам для себя выстраиваешь процесс, да? И мы с тобой болтали об этой теме, есть... несколько аттитюдов в работе и в обучении.
когда ты работаешь или обучаешься с фокусом на процесс, типа, о боже, я целыми днями учусь, целыми днями работаю, я большой молодец, потому что я тут делаю, и классно. Но вот в процессе этого делания очень легко забыть о прогрессе и постоянно куда-то отвлекаться, и в итоге много-много учиться, но мало извлекать. Или можно быть настроенным на прогресс и учиться по-умному, не убиваться, но делать все осмысленно и как-то, ну, извлекать, наверное, равноценную пользу. И очень сложно, короче, понять, кто ты в определенный момент, когда там уже все потеряно, деньги потрачены, и нужно снова искать плохую работу. Вот. И я бы, если бы меня спросили, типа, бросать работу или нет, я бы сказал, наверное, не бросать, потому что реально, мэн, в процессе вот этого делания, обучения, превозмогания себя, когда ты всему научишься, вдруг, резко, из ниоткуда может прийти осознание, что окей, я потратил много времени, но мне кажется, это не нравится. Кажется, типа, это не мое. Такое может произойти с каждым из нас в любом момент нашей жизни. Просто из ниоткуда. Твой организм тебе сам скажет, типа, что-то тут неладное. И вот как бы тогда ты такой будешь думать, что вот, жесть. Так, осознаю, что пока учусь. Это хорошо. Товарищи, а что насчет стилизованного хардсерфейса? А задай вопрос более конкретно. Мне тоже нравится. Я поболтал за стилизованный, это прикольно. Ребят, поскольку вам лет уже? Я молодняк. Мне 21, да. Евгений, сколько тебе лет? 26 вроде. Но я, честно сказать, не уверен. 26. То ли 25-26. Я, честно сказать, не знаю. 12 ноября это когда? Да. 12 ноября это в будущем. Понял. 12 ноября это когда? Нет, ну я согласен, когда тебе уже исполняет 20, тебе уже в целом плевать. 21, 22, 23. Главное, что не 30. Угу. Все. Так. Так, пластика сравнительно мало, но на еду и обучение хватает. Из примеров пока. Стоит ли присоединяться к антистудиям, работающим на энтузиазме ради опыта или трата времени? Нет, никогда, нахер. Только за деньги. Да? Только за деньги или... Проект должен быть реально жестким. Вы должны о нем были где-то слышать, в какой-то передаче там. Тогда окей. Но если это какая-то херня, которую вы даже не слышали, нахер вообще бегите. Тратьте время на свой арт, тратьте время на свои скиллы. На вот. Свое, да. Да. Как мне поступить? Зарабатываю 1000 УЕ на руководящей должности в маленьком городе. УЕ это условных единиц, типа, да? Наверное. Угу. Но сильно хочу уйти в 3D, я не хочу, чтобы с работы вынесли вперед ногами из-за нервов. Ой, блин, Александр, ты ставишь очень сложные вопросы перед чужими людьми. Мне кажется, тут, ну, я найду очень легкий ответ для себя. Сердце подскажет, Александр, базарю. Какой компьютер уже не пака? Животрепещущий вопрос. Еще секунду. У меня тут битва. Мощный. Емкий. Короче, 16 ядер, 32 потока Ryzen, 32 оперативки, 2080. Че еще? SSD какой-то там. Планшет. И все. Планшет, вид. Vacom. Intus Pro, да. Vacom. Да. Ведущий, остановись. А что я такое начал? А вообще не командую. Сейчас забаню, а-та-та. Так. Как считаете, уходить с головой в 29 лет в геймдев это уже поздно? Мне кажется, никогда не поздно. Да, никогда не поздно. Просто реально нужны взвешенные решения. Все-таки ты будешь потом ответственным за все, что с тобой случится. Так, вон там, кстати, в чате поддержали много всего. А что если тебе 30 лет? Ну, я не знаю, ты человек, которому 30 лет. Ну, это просто мем. Все те, кому нет 30, могут шутить про то, что, ну, пока не 30, значит, я все еще жив. Как бы, ну, это такой мем. Не судите строго. Почему 30 приговор? Да не приговор, это просто шутка. Вы чего?
Так, подскажите, пожалуйста, к какому пожелению? Так, уже ответили. Главное не 30, почувствовал себя старый. Окей, извините, хорошо. Я не хотел задеть нашу 30-летнюю аудиторию, правда. Я просто молодой школьник, который не знает, что он говорит. Сейчас Женю уговоришь, и он после разговоров о датах пойдет, уйдет спать. Да. Мой мозг устал, я пошел спать. У меня такой тоже есть. Есть, если Дима, конечно, разрешит. Так, что? Что? Я не понял, что за разгон? Такой вопрос в чатике. Женя, поделись именами 3D-художников, желательно англоязычных, которые mm-hmm. тоже ведут хардсерф, если тебе очень нравится. Занимаются хардсерфисом, я полагаю. Кто приходит на ум прям? Знаешь, представь, что ты на интервью Юрия Дудя. Да. Топ-5 лучших 3D-хардсерфис-артистов. Прямо сейчас. Майк Нэш, Алексей Никал, Виталий Булгаров. Как его зовут? Что? Брайан Сам. И... Кто? Брайан Сам. И, не знаю, какой-нибудь Джо Петерсон. Черт его знает. Ого. Ну, это как раз 5. Брайан Сам, ArtStation. Ой-ой-ой. А, ты мне его, кажется, показывал уже. Ну, он популярный, да, вообще. Он концепт. Да. Концепт, да. Красота какая. Так, как Женя выделяет несколько ребер сразу? Ребер сразу? Я с альтом нажимаю, с альтом и шифтом. То есть, когда ты нажимаешь с альтом, я как бы делаю луп, выделение по лупу, потом зажимаю shift, добавить выделение и могу вот так вот выделять. Ну, это прям базовая штука, она. То есть, да, в дефолтном блендере, то есть. Спрашивают, будет ли курс по риггингу анимации? Я... Так как мы пока что его не заанонсили, скажу тебе, что возможно. Но смотри, у нас появился курс по 2D анимации. Скорее всего, это значит, что мы возьмем больше на себя ответственности и, вероятно, станем больше и круче. Да, будет, скорее всего. А как ему не быть? Мы же учим пайплайном, мы же учим геймдеву всякому, любому, большому, конечно. Как выучить английский? Я очень хочу, но не знаю, как начать и постепенно развиваться. Месяц смотрю фильмы, а знания школьного уровня. Я могу рассказать свой опыт, а ты можешь рассказать свой. Давай. Я с новым языком очень сложно и страшно поначалу, потому что ты видишь белый лист, и ты боишься, и тебе страшно, вероятно, потому что такое не понимаешь. Ты такой думаешь, что я знаю русский язык, и этого достаточно. Но на самом деле мы часто и русский язык не знаем особо. Но вот, в чем фишка? Я был очень сильно замотивирован, потому что мне нужно было поступать, чтобы работать, чтобы быть в глазах своих родителей ценным. Я начал с простого. Подписался на несколько сервисов, типа Lingualeo, типа еще какого-то сервиса, где можно по сериалам учить слова, и ввел себе правила. Я вижу в каком-то тестовом задании или в каком-то фильме слово, я его выписываю к себе в словарик. Типа, я смотрю, понимаю, что мой словарик превысил 30 слов, значит, нужно поработать с ним более конкретно. Смотрю, как они произносятся. Мы сейчас говорим про вариант, когда у вас нет денег на репетитора, да? Смотрю, как они произносятся. В каком-нибудь классном переводчике вижу эти слова в контексте и начинаю их запоминать. Вот. Просто повторяя раз за разом в разных контекстах, запоминая не конкретное слово, а слово в контексте. Потом посмотрю дальше. Ну, то есть именно понимаю, как слова используются в контекстах, как их употреблять. В интернете гигантское... На Ютубе, кстати, супер. Очень много каналов, где вам объясняют правила, произношение, идиомы, все что угодно. Типа, бесплатно можно, мне кажется, достаточно хорошо это бустануть, но в определенный момент вы столкнетесь с тем, что вы, например, понимаете, что у вас... Что случилось? Спасибо. Что у вас проблемы с произношением,
или вы что-то не понимаете. И, в общем, рано или поздно реально придется подключить Asa. И тут я скажу, что Skyeng. Skyeng — это классное место. Достаточно бюджетное. Вот. Anyway, на вашем, на вашем пути рано или поздно реально возникнет нужда либо человека, который живет в Штатах или в Англии, и это нативный язык для него, либо репетитора, который поможет вам поставить речь, увидеть ваши ошибки, дать им какой-то фидбэк. Но важное правило, вам никогда не нужен репетитор, мне кажется, прям вот от и до. Как вы начали изучать английский язык, и типа до конца, пока вы не можете прям использовать его как мастер, ас. Потому что большую часть вашей работы — это вот именно ваша собственная работа, когда вы себя заставляете. Читайте какие-нибудь там специальные книжечки. Да, гигантское количество есть книг, которые типа переведены на английский язык для разных уровней. Типа там для интермедиата, для кого-то, для какого-то еще. Вот. Я поначалу просто все источники информации переключил на английский и очень страдал. Вот. Потому что все на английском, это очень непривычно. Но потом мозг, он привыкает. Он как глина, короче, знаешь. Шейпится. Тебя злит, что ты ничего не понимаешь. И вот эта вот злость праведная, вот она, блин, просто как топливо, мне кажется. А у тебя какая была история? Перед тем, как я отвечу, Skyeng — это там, где ты с носителями разговариваешь, да? И там каждый раз другой носитель? Не каждый раз. Там их просто очень много. И это может быть всегда один и тот же. Там просто классно, наверное, то, что там можно... У них очень, очень хитро работает бизнес. Именно бизнес-модель, именно бизнес-устройство. И когда Skyeng... Когда ваша компания является тем местом, где все хотят работать, ну, рано или поздно, особенно продюсеры, например. Продюсеры любят Skyeng. Или там проект-менеджеры. Потому что очень, очень круто там работать. И там очень крутые таски, очень крутая команда. Когда у вашего проекта крутая команда, у вас много всего становится осмысленным. Осмысленно начинает работать. И в Skyeng, кажется, можно выбрать цель вашего образования, ради чего вы учите английский язык. И таким образом, ну, как-то вы попадаете в какую-то конкретную систему с срезом, который работает. Вот. Но это просто первое, что пришло на ум. У меня был классный репетитор в Тамбове. Вот. Вера Васильевна, вы в моем сердце навсегда. Ну и плюс опыт какого-то там лицея и прочего. Ну, то есть, мне кажется, ну, если прям хочешь, то ты зубами вгрызешься, но выучишь этот язык. Вот, да, за год-два точно это более чем реально. Английский на самом деле, действительно, то есть главное принять в голове, что это один из самых действительно легких языков, чтобы не бояться его. А вообще, я по-разному пытался выучить его, и сейчас, я на нем разговариваю без проблем, вообще без затыканий и так далее, но у меня довольно маленький словарный запас, то есть я могу поддержать практически любую тему, но я буду очень часто использовать те же самые слова. И два самых важных совета, прям три. Ну-ка. Первый — это не начинай с грамматики, то есть, вот то, что ты сказал, да, твой подход, что именно, ты подходишь к этому как к обучению, мне кажется, нужно просто расслабиться и... То есть не заниматься этим, как в школе нас учили, да, что ты сидишь, прям зубришь что-то и так далее. То есть поэтому грамматику нахер отсылаешь. И просто английский тем хорош, что ты можешь... Это второй совет. Ты можешь английский выучить тем, что будешь заучивать фразы. Просто. Типа фразы... Да, в контексте. Да. Типа how it's going. И все. Ты выучиваешь эту фразу... Тебе особо не важно, как она пишется даже. Главное, чтобы ты мог говорить. Ты шаблонами начинаешь разговаривать. Да. Потому что поначалу это, конечно, может быть, немного примитивно ограничивает тебя, но потом ты понимаешь, что все стоит из шаблонов. Вообще все в твоей жизни. Все. И сначала ты пишешь, фигачишь шаблоны, потом ты начинаешь уже вдумываться в контекст и прочее, и там у тебя how do you do превращается в how's it going, или типа там sup. И у тебя просто количество шаблонов, оно увеличивается. Да. Вот, и как бы... Ну, вообще английский язык, он же на самом деле, правда, простой, сравнивая с русским языком. Много упрощенных каких-то элементов. И суть же языка — это быть понятным, да, друг для друга.
если вы общаетесь или если вы пишете текст. И это тоже работает, по сути, тебе, как человек, который пытается учить, на руку. Потому что ты не в хостайл, там, условиях, где все хотят показать, какой ты глупый и не знаешь слова, а наоборот, вот, чтобы язык был мелодичным и простым. Продолжай. Да, да. И третий, последний совет — это интервью. Короче, смотрите, есть канал на YouTube, называется, я не знаю, он сейчас активный или нет, называется DP30, и чувак делает без какой-либо нарезки, без какой-либо музыки, без ничего лишнего, просто он отличный интервьюер, и он берет у разных людей интервью, раньше я смотрел, раньше, по крайней мере, он это делал у актеров, до сих пор у актеров берет, и он говорит с ними о жизненных очень темах, и интервью короткие, то есть по 20 минут, по 30 минут, и я уверен, что у каждого есть какой-то любимый актер, и можно с него начать, да, вот с Уильяма Дефо, допустим. Почему интервью? Потому что интервью — это самый простой шаблон, да, это не рассказ истории, это вопрос-ответ. Типа вопрос-ответ и может быть маленькая история. Ну, то есть это не какой-то доклад, это новости тоже хороший формат. Но вот мне интервью с самого начала заходили, прям. Вот эти интервью, ну, они дали буст неимоверный, вот когда я просто начинал только. Так что всем советую. Вот тут кто-то, смотрите, этот Гильермо Дель Торо есть. Ого, круто. И вот это тоже знакомый актер. Короче, я, кстати, в свое время учил английский язык по песням еще однажды. Это очень прикольно, кстати, работает, запоминается. Не знаю, какой-то даже сервис был где-нибудь, где они просто берут песни и разжевывают их там, типа, и объясняют, что это значит. Типа там, я не знаю, «Хей, я» какой-нибудь там. Ну, правда. Только, пожалуйста, не берите реперов. Там такой язык, что с ума сойти. Там очень много всех вот этих вот сленга. Да, да, да. Когда я учил английский язык, мне говорили, что сленг — это вообще, блин, плохо. Сейчас да? Момент. Это странно. Это странно. Я не знаю, по-моему, сленг — это как раз-таки то, что нужно учить. Нет, это то, что нужно, но когда я учил, мы же учили для экзаменов, там была разговорная часть, и когда ты сдаешь какие-то экзамены, тебе реально учат мертвому английскому языку. И у меня там был один репетитор, который постоянно говорил: «У тебя язык мертвый, так никто не говорит, и вообще экзамены — это dead end и прочее». Потому что реально, когда у тебя разговорная часть на английском языке, ты должен прям изъясняться вообще как черт. Там куча прилагательных, заумных слов, там у тебя сразу конструкции и прочее. А когда ты общаешься с носителем, ты общаешься с ним на совершенно другом языке. С простом, понятным, с кучей сленга, yo man, вот это вот все, и как бы, ну, реально. Но мне кажется, еще английский язык — это очень классное путешествие, которое прям реально как будто бы в определенный момент берет, открывает тебе глаза на то, как классно работает человеческий мозг, как много мы можем, на самом деле. You can do it, attitude, понятно? Так, я про Дятлова слышал от до математических хизов, там что-то скандал? Нет, я не знаю. Я не слышал ни про какой скандал. Я знал, что... Мне рассказали, что чуваки из этого подкаста накидали каких-то очень тупых домыслов, не разбираясь в контексте, про то... про какое-то отжимание чего-то там. Какой-то подкаст, у которого название XYZ тоже есть в названии. А, я знаю такой подкаст, да. Какие-то левые чуваки, типа, я не шарю, сори. Если в этом подкасте не было самого Игоря Дятлова, я бы, ну, скипал, ну, то есть, потому что, да, грубо говоря, я знаю этого чела лично, Игоря, я знаю, какая ситуация тут была, и никакого скандала, ничего здесь, ну, по факту не было. Просто, ну, перестал человек 3D заниматься. То есть, как сказать. Ну, если интересно, можно пофантазировать, конечно, но в целом ничего там не было. Какая-то внутренняя кухня, которая всем интересна, да, но часто придумывают больше, чем нужно. Да. И, ну, типа, если об этом не говорят, иди на паблике, просто подумайте и догадайтесь о том, что, ну, это достаточно личные вопросы, которые далеко не все готовы посвящать людей извне. Вот, ну а об этом подкасте вы можете сами сделать мнение, да, составить,
что они чем не дышат, раз позволяют себе домыслы тупые, ни на чем не обоснованные, без каких-то первоисточников. Но это инфо-цыганство, не иначе, сори. Так, по поводу изучения английского советую Great School, сам обучаюсь, там очень хорошие преподаватели. Ну вот, еще одна рекомендация, например. Навигните, пожалуйста, будет ли у школы курс VFX, спецэффекты для игр условно, ну так, тоненьким намеком, если говорить нельзя. Так мы же заносили, вроде нет. Недавно. Момент. Дайте я сейчас проверю, чтобы точно в лужу не сесть. Мы же недавно заносили курс новый. Дайте мне его найти, пожалуйста. Мы заносили курс по интро Худини. И почему я просто подумал про него? Потому что у нас очень-очень интересный преподаватель. Олег Болдырев, он как раз-таки VFX-художник, который уже лет 10 в индустрии работал с варгеймингом и Rocket Jump. Вот. И я бы его чекал как минимум этот курс, потому что он бесплатный. Называется «Интро Худини», где вы научитесь создавать процедурные ассеты и основы своей картинки motion дизайна, короче. Вот. Но вообще какой-то большой основательный, скорее всего, будет. Как без него? Наверное. Не знаю. Не точно. Но вы поняли, да, общее направление. Привет, купил хардсерф и слайд, руки дошли только сейчас. Спасибо за курс, очень классная подача и много полезной инфы. Пишет Владимир Путяков. Да, очень приятные слова, спасибо. Спасибо, и, пожалуйста, сделай финальное задание, потому что там люди вроде покупают, что-то они там спрашивают, что-то делают, но никто. Все перестали делать финальную турель, и курс, как сказать, он так подзавяз. Нам нужны какие-то активные люди там, которые, чтобы что-то делали. Вот. Потом сделали фидбэк. Да, потому что я фидбэк пообещал вообще, как сказать, договорились, да, со всеми людьми на свете, что будет 6 месяцев, раз в месяц фидбэк. А прошел только один раз, потому что там работа все не накопится, там, типа. Ну, хз, короче, что делать, я сам даже не знаю. Так, сам так и не понял, может быть, что и расскажет Дмитрий по этой ситуации. Я рассказал, мы рассказали, вроде. Так. Сейчас сижу на фучане с 16 лет, английский на ура. Вот такой вот классный рецепт, да. Мама у меня 20 лет переводчик, говорит, что говорить фразами это не совсем правильно, не любит такое за границей. Но не все же мы сразу пойдем все за границу, да? Все с чего-то начинают. Но твоя мама права, да. Не все любят. О, прикольный вопрос. Женя, вопрос по хардсерфейсу. Когда при моделировании должно прийти осознание, что пора остановиться с заполнением мелочей, чтобы не захламлять модель? Элементарно, нужно почаще отдаляться от модели, как это делают классические художники. Ну, прям отскеливайтесь и смотрите, чтобы у вас были пустые пространства и были пространства с деталями, и все. Главное, ну, выбросить из головы то, что нужно все деталями засыпать. Нужны пустые пространства тоже. Ну и референсы. Референсы смотреть просто по детализации полезно очень. Ты включил блендер, и там светлая тема, и мне кажется, сразу полчата ослепли такие. Свет! Светлая тема! О, нет, мои глаза! Боже мой, собаки, что вы все лаете? Будь здоров, не болей, спасибо. Евгений. Что скажете про покупку дорогой периферии? Типа, можно купить клаву за 1к, а можно за 10. Вроде и то норм, но на дорогой приятней. Какой милый вопрос. Покупай дорогую тогда. Если есть возможность, если не придется голодать ради этого, то почему нет? В этом подкасте проплаченные Sony люди, я слышал. Да, все мы тут проплаченные Sony. Sony вообще занесла всем россиянам. Вы думаете, почему это самая популярная консоль PlayStation 4? Да. Я бы развил эту шутку, но нам скоро пора на перерыв уходить, так что нет, не получите. Так, все ясно, Игорь держит в подвале. Да, взяли в заложники, все, теперь добро пожаловать в Россию.
Намного удобнее стилусом моделировать, нежели мышкой. Так, ну да. Это утверждение? Мышь. Я... Ну, это вопрос с претензией на утверждение, я полагаю. Понял. Всем привет. Кто может показать, как лучше сделать механики для игры, как в игрушке Васкейп 2? Какой точный вопрос. Помогите кто-нибудь молодому человеку, пожалуйста. О, прикольный вопрос. Привет, Евгений. Было бы интересно услышать от тебя мнение о фотограмметрии. Что такое фотограмметрия? Ну, это когда берут реальный объект, берут аппарат, ну, фотоаппарат, и начинают делать там 600 фоток с разных ракурсов, и потом по итогу получают 3D-модель. Эту 3D-модель нужно чистить, очевидно, но в целом это дает беспрецедентный реализм. И сейчас многие игры такие делают. Все, последняя Call of Duty, она вся так сделана. Ну и многие игры. Death Stranding. Death Stranding весь так сделан. Battlefield вся так сделана практически. Вот. Ну, все истории, где стилизация, она такая сведена к минимуму. Да, 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 да. Максимально, когда реализм нужен, то чего бы нет. Ну, я не знаю, что сказать. Ну, круто, что. Я не умею. Мне все равно. Я видел, кстати, эти комнаты, которые под, ну, выделены, да, под... Ну, под фотограмметрию, когда под актёров, фотограмметрию, да, там просто 500 DSLR-камер просто висит по кругу, боже мой. Я знаю, что, кстати, в России даже есть такие студии, и они, кстати, часто выездные. Типа, я помню, что мы в ДТФ в свое время придумывали там идею для одной из таких студий. Идея была классная. Мы хотели сделать полноразмерную, типа, 3D-скан-модель нашего главного редактора в ДТФ. И, типа, там заригать его, анимировать как-то прикольно. Вот. На самом деле, не очень дорогая операция. Really? В целом. Да. Просто сделать скан модели, да? Дешево. Ну да, да, да. Мне кажется, там потом, когда ты начинаешь это все плейсить, чистить, наверное, вот тогда уже начинаются боли. Хотя не знаю, догадки. Я помню, смотрел ролик, знаешь, вот эта баскетбольная игра 2К. Ну, у них 2К20, 2К... Да, да. И, короче... NBA 2K. Они... делали ролик, что у них как раз-таки выездной вот такой центр, и их несколько по стране США катаются, потому что все игроки их снимают, ну, на тренировках. Не на тренировках, когда они отдыхают, типа летом и так далее, когда, типа, игр нету, чтобы они были по домам, но они все рассредоточены по всей стране, поэтому несколько комплексов ездят, и они на одного игрока тратят 20 минут, что ли, то есть они за 20 минут делают полностью скан. Ну, конечно. Ну, то да. Есть настолько, ну, мне кажется, 20 минут, то есть отлажено. Не-не-не. 20 минут — это, наверное, типа расставить технику, потому что я вот смотрел, студия пишет, что сделаем вам скан модели за одну секунду. Неплохо. Вот. Ну, то есть, типа, отфоткать все это счастье. Ну да, но это классно, на самом деле. Ну и если посмотреть, кстати, на 2K, на серию, да, у них там есть часто такие проблемы с оптимизацией, но модель у них выглядит супер реалистично. То же самое показ, вон, который мы обсуждали с тобой на подкасте игр PlayStation. Там напоказывали кучу всего, и такой смотришь, думаешь, боже мой, выколоть мне глаза и вставить их обратно, потому что, типа, как красиво. Жизнь не выглядит так реалистично, как ваши игры, ребята. Жизнь. Так, то, что ты делаешь, можно делать комбинацией клавиш Ctrl-X. Я про удаление граней. Там пишут часики. Ctrl-X. А, да? А я привык уже вот так дизайн делать. Спасибо, буду знать. Так, я так ждал курс по Envira. Уже сам выучился и устроился в Digital Forms. По Environment ждал, да? Ну да, что-то он там задерживается, видимо. Выйдет, конечно. Успеешь еще прикоснуться к прекрасному. Он не просто задерживается, то есть, ну, я знаю чела, который делает этот курс. Вообще, об этом можно говорить? Лучше не надо. Понял, ладно. Ну просто некоторые люди могут сказать, что не стоило. Не там нет каких-то там смертельных секретов, но как бы мы ж на высококонкурентном рынке существуем, поэтому давайте это играть по правилам. Вообще Switch... Так, что? Спрашивают, как он отдалил деталь?
Так в чем проблема ее отдалить? Вот? Отдалить? Я не понял. Отдалить. Я не понял вопрос. Камеру? Как ее отдалить? Непонятно. Нужно отойти в другую часть комнаты. Так, можно сочетать в себе разные сферы CG? Или стоит все же выбирать что-то одно? Как ты считаешь? Типа там... Генералисты там всякие. Да, наверное, может. Главное, чтобы нравилось. Главное, чтобы ты мог потянуть это все на достойном уровне. В сфере дженералистов не очень много, но сравнивая там с какими-то узкоспециализированными, ты это сам понимаешь, как очень мало. Идет, не идет. Просто. Как Евгений относится к творчеству Аарона Бека? Договори, договори, что ты там начинал? Просто что? Что-то. А, я помню, когда я начинал, и все писали: вот, я там дженералист, я дженералист. Но дженералист в то время, когда я начинал, это был просто, ну, такой рак, который умел делать, типа, всего понемногу и очень плохо. И он там писал в резюме: я дженералист, типа. Я сейчас, ну, не знаю лично, да, но я слежу за конкретно жесткими дженералистами, которые там виздев делают и так далее. И там вот человек реально на потрясающем уровне топов знает вот несколько прям сфер. То есть вот виздев там, какой-то реал-тайм, еще этот, какую-то анимацию, что-то, ну, то есть это прям жестко. Единицы так могут. Так, можно ли работать в персонажке и в хардсерфисе? Мне оба нравятся. Да, можно. Быстрый ответ. Да, ну правда. Ну, вопрос был бы построен таким образом. Слушайте, давайте возьмем небольшой перерыв. Я вижу, тут много вопросов. Вот. И мы как раз после него на них ответим. Как ты считаешь, Евгений? Давай. Прям я готов. Новое видео вышло день назад. Давайте смотреть. Не пропадайте, вернемся очень быстро. Пока восполните запас воды, чая. Не скучайте. Врубай. Да. Помимо стандартных человеческих мобов, в играх часто есть животные. Иногда они нужны только для фона и выполняют серию простых действий, но в современных AAA проектах это чаще всего полноценные персонажи с искусственным интеллектом. В этом видео объясним, как виртуальных животных делают реалистичными, на какие виды их делят, чем они полезны и почему повадки не всегда нужно копировать идеально точно. А чтобы текст был по существу, нас проконсультировал гейм-дизайнер Сергей Праздничнов. Сценарий составил Николай Кубрак, смонтировал ролик Саша Уэйн, а я Алексей Луцай. Начнем. Животных из игр с открытым миром можно поделить на два типа. Эмбиентных и животных под управлением искусственного интеллекта. В каком-то смысле они все эмбиентные, но здесь подразумеваются те животные, которые не находятся под управлением ИИ. Основная задача эмбиентных животных — не взаимодействие с игроком, а создание красивой картинки. Они делают мир более живым, объемным и настоящим. Считается, что это самый простой тип животных в игре, потому что они почти не требуют серьезных вложений ресурсов и времени. Такие животные не имеют искусственного интеллекта. Это обычно простенькие модельки с парой-тройкой костей, которые запускают заскриптованную анимацию движения и проходят маршрут из точки А в точку Б. Эмбиентные животные даже могут быть просто визуальными эффектами, как, например, показали в последней презентации Unreal Engine 5. Простой пример эмбиентных животных — рыбки, которых нельзя поймать и с ними взаимодействовать. Или птицы из Assassin's Creed или Witcher 3. Они просто есть. Зачастую эмбиентные животные работают по различным триггерам и таймерам. Игрок забежал в какую-то зону, сработал триггер, заспавнилась стайка птиц и выпрыгнула с характерным звуком. Мир ощущается живым и настоящим. Так же и с рыбами. А те же разбегающиеся тараканы в Last of Us — это не модели, у них нет рига, это просто эффект. Ты посветил фонариком на стену или подошел, тараканы разбежались. Это минимальный мозг, у них нет коллизии с игроком, их нельзя убить и нет возможности с ними взаимодействовать. Гораздо интереснее ситуация с животными под управлением, кто бы мог подумать, искусственного интеллекта. Как и все остальные интеллектуальные агенты, они взаимодействуют на основе алгоритма Sense, Think,
акт. То есть сначала чувствуем, получаем какую-либо информацию о среде вокруг, которая может повлиять на наше поведение. Потом думаем, то есть принимаем решения на основе заложенных в нас знаний и алгоритмов. А затем действуем, выполняем некоторый акт, то есть реализуем задуманное. В итоге получается полноценный моб, как во многих играх последнего поколения уровня Red Dead Redemption 2. Как и человеческих мобов, их наделяют соответствующими чувствами – зрением и слухом. Они могут анализировать информацию вокруг и реагировать на игрока, других животных и других мобов. Обычно для них задают места обитания, если в играх есть биомы или определенные области. Например, на полянке могут разместить медведя, а глубже в лесу – волков. Объясним потом, почему так. Иногда животные живут вперемешку, но чаще у них есть свое место обитания. Это не только реалистично, но и круто, в том числе со стороны геймплея, потому что в подобных местах могут быть точки интереса, и они могут различаться в зависимости от животных, которые там обитают. Не стоит забывать и о правилах навигации животных, которые будут определять, как те будут перемещаться. Это важно для их боевого и небоевого поведения. А вот в чем суть. У каждого животного есть шаблон поведения, который включает набор состояний животного и правила перехода между ними. У разных животных может быть разный набор. Например, у кролика из Red Dead Redemption может быть набор бездействия, патрулирования, перемещения и бегства. У волка этих состояний будет больше. Бездействие, патрулирование, поиск, атака и бегство. Для перехода в новое состояние животному нужно, надо же, какое-то условие. Для животных в играх с большими открытыми или псевдооткрытыми мирами зачастую задают определенные расписания. Чем сильнее игра стремится к реалистичности, тем сложнее будет это расписание. Кроме того, дневное расписание может отличаться от ночного. К примеру, медведь спит в берлоге практически всю ночь, а днем он может походить по округе, порычать, пойти на водопой, прилечь и так далее. И как один из вариантов для реалистичности и правильной организации различных действий животного, можно задать массив точек в зоне его обитания, где у него включаются определенные нужды. В то же время с животными, которые находятся в спокойном, базовом состоянии, могут возникнуть сложности. Одна из проблем — это навигация. Вот в чем суть. Большая часть животных — четвероногие. Им нужно обеспечить достаточные условия, чтобы они могли проходить по местности, и если длина медведя 5 метров, а место обитания сделали таким образом, что там через каждый метр растут деревья, он не сможет там нормально передвигаться. Решение этой задачи зависит от командной работы геймдизайнера, аниматоров, левел-дизайнеров, специалистов по генерации мира и программистов. Мир оживает с приходом игрока, но происходящее вне нашего видения может происходить и без нашего участия. Как пример, Days Gone, где игрок может вдали от себя увидеть, как фрики дерутся со стаей волков или медведя. При этом неважно, присутствует игрок или нет, у них в расписании заложено такое поведение. Помните, что игра — это не реальность, а система, подразумевающая некоторую симуляцию, то есть модель. Какие бы серьезные вычислительные мощности не давала платформа, все равно будет множество ограничений. Большой открытый мир не прорисовывается весь сразу. Некоторые его части, которые игрок не видит, выгружаются из памяти. Другая часть загружается и так далее. И вот для экономии вычислительных ресурсов обычно вводят так называемый пузырь игрока. Это область вокруг игрока, внутри которой ИИ существуют как сущности, которые отрисовываются постепенно. Вне пузыря животные — это уже не модели с анимацией, а просто логические элементы. У них может остаться базовое расписание выполняемых действий и набор состояний, но игрок их не увидит и не пощупает. Взаимодействие этих элементов больше похоже на настольную карточную игру, то есть своего рода взаимодействие чисел. И эти процессы происходят под капотом. Например, хищник отправляется по своему расписанию на охоту за травоядным, но вне пузыря эти животные упростятся до логических элементов. И сама охота будет выражаться во взаимодействии характеристик, таких как скорость сближения, расстояние между элементами, количество здоровья и так далее. А как только они попадут в пузырь игрока, то начнут отрисовываться. Мы увидим, что лев охотится за ланью и задирает ее. У животных-компаньонов более широкий и развернутый шаблон поведения, чем у обычных ИИ, чтобы он действовал правильным образом. Классический пример — собаки из Fallout и Metal Gear Solid или орел из Assassin's Creed, которого игрок может посылать на разведку. У них, скорее всего, не будет комплексного расписания действий, так как они привязаны не к месту обитания, а к игроку.
Животное-компаньон — это как дополнительный скилл. Той же собаке можно отдать приказ напасть — это активный скилл. Или же она может найти что-нибудь полезное — пассивный скилл, как в Фейбе. Самый важный аспект, связанный с боевыми животными, это, кто бы мог опять подумать, бой. Искусственный интеллект принимает решение атаковать игрока, исходя из условий, и включается в его боевое расписание. Такими шаблонами поведения занимаются комбат-дизайнеры. Здесь перед дизайнерами и командой в целом стоит множество вопросов. Сколько атак будет использовать данная сущность, в какой последовательности они будут, как животное будет передвигаться вокруг игрока и какую позицию занимать. И тут есть некоторые тонкости. Например, если обратить внимание на игры с видом от первого лица, вроде Far Cry, там животные почти не ходят вокруг игрока, а находятся прямо перед ним. Это связано с ограничениями камеры. Если животное начнет ходить туда-сюда, а тем более если их окажется несколько, игроку будет неудобно следить за происходящим. В то время как игры с видом от третьего лица, наоборот, делают так, чтобы животные перемещались вокруг игрока. Разработчикам приходится отвечать за множество нюансов. Наличие суперприемов, тайминг атак, перерыв между атаками, поведение животного, когда у него осталось мало здоровья. Но есть и общие важные элементы, на которые всегда стоит обращать внимание и которые отличаются от процесса работы над двуногими NPC. Здесь важна коллаборация геймдизайнера, программиста и аниматора. Во-первых, игрок всегда сильнее животного. Это негласное правило даже для хардкорных игр. Конечно, в настоящей жизни медведь тебя довольно-таки быстро загрызет. Конечно, Хью Гласс с нами не согласится, но в целом в настоящей жизни медведь или пять волков, нападающих одновременно, большая проблема. Поэтому в играх в таких ситуациях намеренно уходят от реализма. Следующий важный момент, который отличает животных от людей, сложно дать игроку обратную связь. Ну, мувсет имеется в виду. Вот у людей любая атака может быть поделена на три фазы. Подготовка, например, человек заносит меч над головой, активная фаза, удар мечом, и возврат на исходную позицию. А с животными сложность в том, как показать фазу подготовки, ведь у животных нет оружия в лапах, атакуют они челюстями и лапами. Да и в целом большинство из нас не знают, как они атакуют, и вряд ли кто-то вообще смотрит бои животных. Какие решения? Можно использовать эффекты, у животного появляется вспышка-индикатор, как в God of War. Можно решить вопрос анимациями, отвод головы в определенную сторону или прыжок назад перед атакой. Ну или, например, рычание раздражающее, когда вы едете на мотоцикле в Days Gone. Конечно, в реальности звери так себя не ведут, но задача разработчиков добиться с одной стороны псевдоестественности, а с другой дать игроку визуальную... Здравствуйте. Давайте... Я сразу прочитаю вопросы, которые нам упали до того, как мы ушли на перерыв. И потом пойдем дальше. Так. Вопрос к Диме. Может быть, я просто невнимателен, но занимаешься ли ты 3D? И есть ли у тебя ArtStation? Я не занимаюсь 3D. Меня нет ArtStation. Мои ожидания от игровой индустрии другого профиля, менее связанные с изобразительным искусством. Вот. Так, дальше. Blender добавил справа вверху логотип школы XYZ. Да? Да, у нас просто интеграция с Blender. Так как я школотрон, у меня сейчас есть небольшие амбиции... И у меня будут два варика. 18 поехать в Питер или за границу? Что лучше? Сложный вопрос. Интересный вопрос. Я не знаю, что сказать. Наверное, за границу. Или в Питер. Я не знаю. За границу куда? Да, это же тоже важно. На Украину, наверное. Я не знаю. Да, за границу важно. Не вся за граница хороша. Так. Спрашивают, как считаете, почему Cinema 4D не жалует геймдеве? Ну, позиционирование продукта, они сами так позиционируют его, что это не... Ну, у них есть ниша моушн дизайна, зачем им еще? Там, ну... Ну, не надо это и все. То есть, у каждого продукта своя ниша, вот. У Blender тоже, ну... Они только, как сказать, ну, развиты, но в целом
как бы есть куда еще расти в плане геймдева, да, чтобы он был, чтобы Blender был адаптирован под геймдев. Вот это, ну, мое мнение, как мне кажется. Плюсик спрашивает, а почему ты вручную не заретопал по-бырому, а потом сгладил бы? Почему нужно было равнять плотную сетку? Я вот сейчас понял, что до этого я делал, ну, сейчас я что-то... Короче, да, помните вот этот вариант, и он был гораздо... Реально, я тратил время, и сейчас только на перерыве я понял то, что можно же... Как сказать, вот у меня есть динамичная версия, да, с полигруппами там и так далее. И зачем мне нужно было ее сразу же зеремешить? И поэтому я сделал дубликат и начал ремешить дубликат, а потом делать проект постоянно. То есть я сделал зеремеш, потом проект, зеремеш, проект, и тем самым он как бы не теряет форму, потому что проблема была в том, последний раз, что он у меня потерял форму после Z-проекта. И это как бы ожидаемо, но я думал, я быстро пофикшу, но ни хрена быстро не вышло. Вот, насчет руками, то есть вот этот способ все еще быстрее, чем руками заретопать. Мне так кажется, то есть я не знаю, ребята, как у кого там со скоростью работы руками, но я уже стар для того, чтобы все руками делать. Прекрасно. Добрый день. У вас набор был на вес дизайнера Тильда, отправили резюме, ответа нет, уже взяли кого-то. Был набор на дизайнера Тильда. Точно, в социальных сетях. Я не знаю, кстати, я ничего не слышал. Я точно никак минимум никого не видел из новичков. Вот моя позиция. Я спрошу. Добрый вечер, господа, перешел на... Господа, ох, как официально. Я перешел на четвертый курс, направление обучения абсолютно не интересует. Зато очень интересно моделирование и есть желание связать свою жизнь с этим. В данный момент работаю медленно, раз в неделю. Захожу в ZBrush, пытаюсь слепить анатомическую версию. Так что? Тогда. Анатомически верную версию. И это только начало. Я знаю, в связи с этим такой вопрос. Как понять, что с моделью все в порядке, если нет ни одного знакомого, кто мог бы подсказать? Ой, извините меня, пожалуйста, Дип, это не смешной вопрос, но он такой, мне кажется, он в целом достаточно жизненный. Ты можешь, например, как вариант, как-нибудь заглянуть к нам в гости, когда я позову Юрия Порбова, и мы в конце сделаем фидбэк для тебя бесплатно. Звучит как быстренький. Потому что Юра супер шарит за анатомию, он анатомия ас вообще, мне кажется, в геймдеве нашем большом, широком. А вообще, для таких же целей я точно знаю, что есть, существует комьюнити, фидбэк-комьюнити, где вы скидываете работы, и их кто-то фидбэчит. Как вариант, кстати, ты можешь попробовать прийти к нам на курс Intro ZBrush, который бесплатный, да, авторизоваться в нашем Дискорде, где куча народу, про которые прошли уже курс. Часть из них, может быть, уже прокачали свой уровень, и там же в дискордах есть же специальный канал для фидбэка, и там свою работу скинуть, сказать, вот типа, мол, народ, дайте, пожалуйста, фидбэк, очень важно ваше мнение. Вот тебе два решения, да, как минимум. Mm-hmm. Но важность фидбэка, да, ее недооценивать нельзя, как считаешь? Особенно поначалу, да. И особенно, если мы говорим про анатомию, потому что анатомию нельзя делать... Потому что hard surface ты можешь делать по-своему. Ну, грубо говоря, все-таки, да, будем честными. Можно там что-то от себя сделать. А анатомия — это всегда о правильности. И тут ты делаешь то ли правильно, то ли неправильно. То есть, мне кажется, дельные советы и, да, фидбэк. Здорово, что вообще... Просто я сам проходил, допустим, курсы CGMA, да, и реально... То, что XYZ сделала, ну, с таким форматом, что на каждом курсе студенты тоже дают фидбэк, возможность такая есть, и в целом, как бы, настроение школы это позволяет, это круто реально, потому что у меня студенты там уже друг другу фидбэчат, и реально была вот там конкретно граната, она была сделана до, а потом кто-то дал фидбэк и после, и я такой, типа, о, нифига, как ты так улучшил, как ты сам понял, что вот нужно улучшить, и он такой, да, вот просто этот... Мне в личку там фидбэк написал чувак один. Ну, круто же, блин, приятно. Круто-то, да. Конечно. Ну да, поэтому вот. Мои решения, они подкреплены практикой, все. Угу. Давайте, участвуйте, правда, больше мне не надо.
Главное не фантазировать самостоятельно. А что за бесплатный курс по ZBrush? Называется Intro ZBrush. Давайте я вам дам ссылочку на него лучше. Сейчас в описании. Там Юрий Порвов, наш персонажный эксперт, эксперт по анатомии, учит вас основным кнопкам. И вы вместе с ним делаете маленькую модельку. Вот. На 10-15 часов. Примерно. Давайте я сейчас поделюсь с вами ссылочкой. Так, это что такое? Не, это не то. Во, ZBrush. Угу. А, там нужно просто авторизоваться в Discord и попасть в наш канал. Вот, я скинул ссылку. Посмотрите, ознакомьтесь. Так, что там еще было? В Hunting Ground и Roll of Rose были хорошие собачки-компаньоны. Вы про робопсов, да? Ну, я посмотрю сейчас. Не вопрос, а просто хочу выразить вам свою благодарность. Ой-ой-ой. Вы крутые, молодцы, что развиваете геймдев в России. Часто залезаю к вам на стримы, пока работаю. Приятно слушать вас, обнял. Ох, спасибо, обнял, приподнял. Очень приятно слышать. Рад, что можем помочь тебе. Вот, заглядываю в гости. Всем привет, извините за опоздание, свет выключали. Фан футбола, все, ты получил третий страйк. Чат, давайте избирать наказание фанату футбола. Он, негодяй, опаздывает на наши стримы постоянно. К концу приходит и вот пишет, что опоздал. Давайте ваши варианты. Лучше исполним. Бан нельзя. Бан не считается. Чтобы получить бан, вам нужно постараться. Так. Привет, Женя, Дима. Может, Женя подскажет, как сделать окружение для презентации своей модели? Например, как у Жени в арт-станции робопсы по пустыне ходят. Гуглю, но однозначного ответа не нахожу. Как у тебя робопсы ходят по пустыне? Мегасканы же бесплатные стали для тех, кто использует. Если ты используешь их для Андрила, ну и в целом как для всего. Так что я брал мегасканы, я брал прям текстуры оттуда, и сейчас все 3D-шники так презентуют свои работы, там пушку делают, он из мегасканов накачал, ну совершенно бесплатно этих там каких-нибудь кирпичей рядом положил, и все, и готово. Так что я советую попробовать тоже с мегасканами что-нибудь сделать. Я уверен, что получится хорошо за счет того, что вас это там качественно учить. Вот. Нужно постараться, чтобы оно выглядело плохо. Хотя у меня тоже выходило плохо. Что я так говорю? Там в начале комментария поставили арбузик, и я подумал, что там будет вопрос формата «Что Женя думает про арбузы?» А тут вопрос «Что Женя думает об использовании синтика вместо планшета?» Кто-нибудь пользовался синтиками? Да, я так пару раз пощупал. Там не синтик был, там мелкая такая его версия была, тоже от Вакома какая-то. Ну, короче, мне кажется, прикольная вещь, если рядом долго сидишь в ZBrush, там, где скульптить нужно, то я бы взял себе такой, действительно. Но я сейчас поговорил с одним чуваком, я могу его за этот, сделать ему шатаут. Это можно или? Можно, конечно. Его зовут... Как его зовут? Никита Савочкин? Ага, вот. И, короче, вот он прям все делает в VR, вот такие концепты. И, ну, реально мощный чувак, мы с ним поговорили, и он меня зажег, как бы вселил уверенность в то, что в VR можно, ну, вот такие концепты набрасывать там за несколько часов. Очень классный чувак, так что обязательно найдите его тоже ВКонтакте, зафоловьте, потому что он делает топ, и вот все в медиуме лепит. То есть довольно чистые концепты у него даже получаются такие. Круто. Шатаут удался. Иногда Дискорд-канал дают фидбэк. Да, это так. 3D-деградирование группы ВКонтакте по поводу фидбэка. О, да, вот. 3D-деградирование, да. Это я слышал про нее пару раз. Круто, спасибо большое. Пожалуйста. У вас же есть открытая группа в Дискорде, там куча народу. Как пример, да, у нас же есть еще школа XYZ, один большой Дискорд, открытый, где тоже люди фидбэчат, да. Вот, как много вариантов от нас, посмотрите просто.
Дима, я сейчас прохожу ваш интро-курс, но не могу попасть в ваш канал в Дискорде. Туда нужно приглашение или можно как-то по-другому попасть? Так ведь там же ты, когда активировал свой, когда активировал курс, там тебе нужно было авторизовываться в Дискорде. Я не знаю, как у тебя получилось этот шаг скипнуть, но как вариант, пожалуйста, напиши нашему менеджеру группы ВКонтакте, например, или на сайте, там, в правом нижнем углу, будет кружочек с чатом. И пиши свою проблему, потому что неправильно, что тебя нет в нашем Дискорде. Вот как минимум либо сами тебя пригласим, либо какой-то доп-реквест вышлем. В Дискорде, кажется, нет ограничений на количество участников, поэтому, да, нужно будет проблему решить. На сайте с курсом выдают ссылку на Дискорд-канал. Вот, кстати, да, как пример. Я посмотрел большую часть стримов Жени и заметил, что в старых стримах от CGI Live он постоянно ругал свои работы. Можно поинтересоваться, почему ты занижал собственные модели и как избавиться от этого? Как избавиться от критики? Не-не-не. Самокритика — это хорошо, но в меру. И я, как сказать, я не занижал, это не так называется, мне кажется, занижение. Просто актуально, ну, говоря, у меня портфель устарел давно, и он не репрезентует моих навыков сейчас. Вот, поэтому я говорил, что, ну, портфель у меня уже говно, потому что очевидно, я вижу, что в целом по рынку, да, если посмотреть, ребята другие уже делают гораздо более сильные вещи, вот. Мой портфель, он просто устарел, да, вот, но я над этим обязательно поработаю, сделаю что-нибудь новенькое, сочное, вот, например, эту собаку, да, мне кажется, если ее додеталить так, как я вижу в голове, и подать так, как я вижу в голове, то это будет очень конкурентная работа и гораздо более, как сказать, актуальная, нежели все, что у меня лежит в портфеле. То есть у меня лежит там Subnautica, это всегда будет актуально, да, ну, потому что нужно заказчика видеть, чтобы они верили, что я работал над геймдев-моделями, потому что у меня мало геймдев-стафа. Вот. А остальное, ну, просто устарело. А, там вопрос прикольный. Ты видел последний геймплей Сайберпанка? С оружием? Последние трейлеры. Да, с хардсерфейсом. Спрашивают, как вам качество хардсерфейса, там в частности оружие? Охеренно. Молодцы ребята большие. Реально что-то новое, и они прям с любовью делают подобные вещи, потому что, ну, во многих играх есть хардсерфейс, да, и вот только в нескольких играх можно сказать, что реально с любовью вот делают прям. Это Deus Ex, это Half-Life, это Armored Core, ну, этот Diamond X Machina. И, ну, то есть, и вот Cyberpunk, когда вот ты смотришь на Hard Surface, ты видишь, что вот прям люди, ну, то есть, они фанаты вот этого вот всего железок, всех этих оружия и так далее. Супер круто. Ну, это для любого сейчас 3D-шника, да, Hard Surface нет. Поработать над киберпанком — это большая удача и большая честь, мне кажется. Вот так вот я подлезал. Да, нормально. Неплохо вышло, неплохо. Про вашу школу знаю, но на этот стрим попал случайно. Весь прикол в том, что я пару недель назад закончил моделить турели, вдохновившись игрой Rust. А потом решил дальше развивать проект. Сейчас модель военного робота для переноски снаряжения и с турелью для обороны с моего прошлого проекта на вид а-ля Boston Dynamics. Только я работаю на Autodesk Inventor. Видимо, судьба записаться к вам в школу давно хотел. Мне как раз нужно освоить ZBrush Marvel Designer. Ну, Игорь. Welcome home, как говорится. Можешь начать с бесплатных курсов, чтобы понять вообще, как у нас устроено образование, кто есть, кто говорит. Посмотреть прямые трансляции. У нас вот в Exploit Live канале, где ты сейчас находишься, есть плейлисты с большим количеством людей, с Дженни Паком, с Юрием Порвовым, с Ваней Растригиным, с нашими геймдизайнерами, левел-дизайнерами. Есть даже арт, левел-артисты. В общем, куча всего. Осваивайся, что... Что тебе еще сказать? Сил да терпения. Имеет ли смысл идти на драфтпанк после Hard Surface? Ого. А обычно не иначе происходит? Ну, да черт его знает. Тут у меня сами студенты, которые пришли, они там кто как, блин,
там помесь такая, типа, чувак взял Hard Surface мой, а потом такой вышел Texture Trip, он его взял, то есть, как бы, Hard Surface и текстуры, а запечку он решил сам пройти, запечку лоу-поли. Другие люди наоборот. Hard Surface взяли, такие, блин, а это не то, что я хотел, я, оказывается, хотел лоу-поли делать, знаешь, типа, а этого не хватает. Пошел, взял Draft Punk после Hard Surface, и, короче, что-то, я не знаю уже, как оно работает, как оно планировалось, но на моем курсе нет лоу-поли, да. И нету запечки, нужно это понимать. Я говорю за дизайн, я говорю за красоту. В драфтпанке тоже за это говорят, но с другой перспективы. Ну, там, важность этих, как называется, блокаутов, да? Я говорю за скетчи, за много другие вещи, короче. Вот, так что посмотрите сами. Много, на самом деле, контента уже и много отзывов. Так что сами... Ну, сориентируйтесь. Ну, я скажу так. Жень, подустал. Серьезно? Ты? Ну, подустал, ты уже такой, да, спать. А, я типа так отвечаю на отмашь, типа, да? Ну, ты, ну, мне кажется, просто окна закрыты немножко. Не на отмашь, а просто вижу, что ты уже немного устал. Там у вас жар в Варшаве, кстати, сейчас. Да, да, вообще жесть прям. Супер. Если бы у вас там были... Рили? Сколько у вас градусов? У нас сегодня 20-18 градусов. Сейчас, может быть, там около 15, наверное, под Москвой. Холода, все, пора в Юникло идти за зимней одежкой. Чатики пишет, спасибо за ответ. Если Женя любит тачки, предлагаю прокатить Женю на уличные гонки в Варшаве. Бля. Это что такое? У вас там уличные гонки, что ли? Как в Форсаже или что? Я не знаю. Что это там за движение? Я ночью этот особо Серега, не берез. Серега Ли, рассказывай, что там у вас за группировки происходит. Да, вот да. Пока ты модель, что прекрасную модель зеленого цвета. Я тебе задам личный вопрос. Немного не в 3D, извините. Женя, как ты относишься к арбузу? Блин, ну это очень интересный топик, и тут нужно зайти издалека, да? Мне кажется, арбуз да, это... Давай. Я думал, это... ты сейчас расскажешь мне про какую-то травму из детства, которая повлияла. Я вот как раз сейчас подведу. Была история, когда я... Как сказать? Вот я сам, если бы, ну, не было жены там и так далее, то есть... Я сам никогда фрукты не покупаю. Для меня это трата денег. Серьезно? Если нужно купить почему? Еду, я покупаю три вещи. Первое. Рис. Очевидно. Рис? Почему очевидно? Второе. В смысле? Почему не гречку? Я сейчас свет включу, тебе станет очевидно. Второе. Это хлеб. Третье. Это мясо. Все, что я покупаю. Но в какой-то момент, когда я жил один еще, я такой думаю, блин, а фруктов-то хочется лето, и я такой думаю, арбуз возьму. И я был с товарищами, двое товарищей, и мы такие, ну все, арбуз нормально. Начинаю резать арбуз, и чел, знаешь, вот когда режешь, у тебя рука вот так дрожит от того, что ты много сил прикладываешь, но он не режется. И это очень опасный момент. Это прям опасный момент, да-да-да. И чувак вот так стоит и не может нарезать его, и рука дрожит. И я говорю, у тебя, типа, этот, слишком много сил прилагаешь, дай-ка я. И он такой, ну ладно, на. Он дает мне этот нож. Я начинаю резать, и у меня тоже рука дрожит, и я кладу вторую руку сверху, и мизинец забываю убирать, и я разрезаю эту херню, и себе, типа, по пальцу. Руку, у меня там мизинца нет, или нет? Не, мизинец есть, но был очень жесткий порез, и что главное, то есть арбуз красный, кровь красная, и оно все туда хлистнуло, знаешь, в сам арбуз. И, короче, ситуация такая. Я такой, типа, бегу на панике в ванную, смывать все это, потом... пытаюсь быстро найти, типа, этот бинт, и второй компаньон мой, он такой, типа, о, бля, Жендос, типа, жестко, я сейчас тебе помогу, и он начал, ну, бинтовать меня и так далее, я такой, блин, спасибо, братан, чтобы я без тебя делал. А третий тип, мерзкий, он, короче, в этот момент продолжал резать и есть все это, знаешь. Сука. То есть, там кровище, меня бинтуют, а он этот арбуз... Жуёт, кровью. Короче. Да. Ужасно просто. Какой кошмар. Да, ты, конечно, умеешь преподать историю.
Да, жесть, жесть. Печальная история, как один арбуз победил двух пацанов, да. Выйдешь с арбузом раз на раз, козёл. Да, да. Кошмар какой. И, короче, травмирующий был опыт для тебя, да? Да, да. Я полагаю. Жёстко, да, реально был. И вообще, я не буду любить. Я представил этого чувака. Он стопудов еще на арбуз не скидывался, он просто под шумок начал его херачить. Такое, типа... Парни до арбуза. О, да. Ну не пропадай же арбуз, действительно. Ага. Да, даже кровавому, блин. Кошмар, кошмар. Да, кровавый арбуз. А чё? Ну, сока же в нем больше, чем крови, понятное дело. Логика-то очень понятная. Нет, у меня с арбузами love-hate relationships, короче. Потому что большую часть года их нет, да. В августе они начинают зреть. Ну я, если я вижу, что лавка, Яндекс.Лавка доставляет арбузы, я заказываю арбузы. Вот. И мне нравятся арбузы до тех пор, пока я не получу арбузовую кому. Это, знаете, это когда вы половину арбуза за один присест пытаетесь есть, типа без каких-то приемов пищи сопутствующих. Это тот самый момент, когда ты очень сильно наедаешься этот арбуз, и тебе сложно вообще просто делать все. Это очень свинское состояние, до которого себя лучше не доводить, но у меня не получается. Вот. И у меня такой, знаете, американские горки арбузные, короче. Спрашивают, арбуз был спелый? Да. Почему он плохо резался? Он был вроде спелый внутри, но он был небольшой. Может быть, из-за размеров дело? То есть он был, как сказать, ну как, не знаю, с голову размером. Короче, маленький, да удаленький. Это да. Вообще, просто представляю, да, эту историю, конечно. Поэтому я больше по дынькам. Да, прекрасно. О, дыни нормальная тема, кстати. Дыни нормальная тема. У тебя нет травмирующих историй с дыней, да? С дынями нет. Дыни не успели тебя еще обидеть на твоем жизненном пути. Это прекрасно. Нет, дыни это хорошо, да. Колхозницы там всякие дыни, прекрасно, да. Тоже, кстати, скоро будет сезон. Вы арбуз-то поели? Да, у меня стабильно в доме есть два арбуза, как минимум, я говорю. Мне кажется, если бы жизнь была ролевой игрой, я бы получил ачивмент арбузовый магнат или там какой-нибудь арбузовый мафиози. Потому что заказать арбуз сейчас большого размера, спелый, вкусный, можно рублей за 178 в Яндекс.Лавке. Это открывает небывалый просто простор возможностей для любителей арбузов типа меня. Как вы поняли, у меня не было травмирующих опытов с ножами, поэтому я все еще амбассадорю. Поэтому я беру пельмени и доширак. Ну, это интересная идея, конечно, да. Что это за топовые татушки на руках? Что, сделай брейкдаун своих татуировок. Это значки доты, короче. Вот так вот. Значки доты? Да. Нет, я шучу. Это же какой-то разгон. Разгон, да, ты сейчас про это рассказывал мне. Оно похоже просто на значки доты, а так это... Чё ж это было? Это, короче, замок и ключ и лабиринт. Забей, короче, вообще. Я понял. Сериал Westworld. Я понял. Лабиринт. Ну что-то да. Ключ. Замки. Ну и все. Ну. И все. Ну, в общем, красиво, красиво. Красиво смотрится. Дополняет, а я иногда. Как сказать? Забываешь о том, что есть. Да, забываю, а потом вспоминаю, блин, я татуировки на ладонях сделал. Да. На ладонях, чел, типа, о чем я думал? У тебя на ладонях татухи есть, серьезно? А ну не на ладонях, а на вот этих, как сказать. Ну, это... На внешней стороне. На внешней стороне, да. Кисть, кажется. На кистях, да. Не, у меня тоже вот татухи, я о них забываю постоянно. Когда ты их набил, первые 2 недели ты такой, о, посмотрите, какие татухи. Да, а потом пофиг больше. О, серьезно, да, у меня есть татухи, офигеть, я и забыл. Угу. На халяву даже с кровью вкусный. Вот вы, конечно, народ. А как же, ну представляете вот ситуацию? Я вот, наверное, вряд ли стал бы его есть, я бы стрессовал. Ну, пальчик, это же важно. В чатике похожий случай. Был похожий случай. Играли с друзьями в бадминтон. Сломали валанчик и решили сделать новый при помощи пробки. О боже. Так, я не буду читать историю дальше, но я полагаю, что вы догадались, что произошло.
чтобы бан не получить, знаете ли. Ну, как старый добрый в фильме «Форсаж». Полгода собирается в нескольких точках, едем по хайвеям, путаем полицию, прилетаем на место заездов и гоняем. Ого! Жесть. Нифига себе. Жесть. Давно тебя не было в уличных гонках, как говорится. У меня подобное состояние с черешней. Так, ребята, вы чё? На черешню гнать кто вообще смеет? Черешни и арбузы — это два моих счастья летних, которые вообще происходят сейчас. Сижу такой, ем арбуз, смотрю стрим. Да, приятного аппетита, Денис. И потом понимаешь, что в нем кровь, короче. Женя Пака. Как тесен мир просто. Это камбэк арбуза. Он пришел к тебе, чтобы оттяпать тебе мизинец. Слушай, ну у нас, кажется, есть потенциальный претендент. Роль главного мема Hardsurface в Hardsurface тематике я про борщ в стакане и летающий мангал, он был смещен арбузом-садистом. Вот там в чатике пишут: дыня клиентоориентированная, выгреб посередине косточки и все готово. Арбуз ешь и страдаешь. Да, прекрасно, да. Дыня — это такой market fit, да, идеальный, мне кажется, да. А ты с косточками знаешь, ешь или тоже Я без косточек. Зачем? Нет, я с косточками ем. Зачем ты ешь? Ну, это знак протеста против... Как это сказать? Знак протеста против... Ну, мне в детстве говорили, не ешь косточки, но потом я понял то, что можно, в принципе, и есть. Вообще пофигу, типа, на самом деле. Ну да, ну типа... Ну ты, конечно, бунтарь, я посмотрю, да. Да, что не стрим, то какое-то новое открытие, да, я понимаю. Из этих значков вы отказали тебе в Riot Games. Да, увидели, в Riot Games увидели твои значки, они твой социальный профиль раскусили, говорят: о, Доту себе на руках набил. Нет, не наш человек, отказываем ему. Прекрасно. Женя, что за флут про арбузы, татухи? Может, лучше вопрос посчитаем? Нет, Максим. Ладно, ладно. Никакой это не флут, часть процесса. Вопрос читаю тут я, поэтому... Пау. Хочу сразу арбуз. Так грустно стало. Пришел, кайф исполнил, да. Максим, тебя в тусовке не называют этим? Ладно. Душилый. Извините. Вопрос, Женя, как лучше моделить одним объектом или все же разделить? Че ты там ржешь? Остановись, пожалуйста. Да-да. Мы негодяи. Вопрос, Женя, как лучше моделить одним объектом или все разделять? Например, машину хай-поле. И как разделять, придет, конечно, со временем? Все разделять, все резать. Придет со временем? Что именно? А, или типа оно само придет со временем? Это вопрос? Чутко потерялся. Да. И как это придет со временем? Как это придет со временем? Ну, с практикой только приходит. И машина — это хороший пример, потому что комплексная тема очень. И чем сложнее объект, тем больше ты понимаешь, как... Ну, думаешь о том, как нужно его разделить. И лучше разделять, нежели не разделять. Но есть всегда такое понимание, как мономеш, да? И с мономеша всегда удобнее стартовать. Если мы говорим про ту же машину, то, очевидно, ее формы довольно сложные, покатые там и так далее. И нужно начинать с мономеша, чтобы было проще контролировать весь объект сразу. Вот. Но потом разделяешь, конечно. Да, понимание это придет со временем, никуда не денется. Вот. Короче, ой, боже. Тут, короче, у нас чат теперь такой адский микс из разгонов про арбуз и вопросов про 3D. Вот так вечерок, конечно, да. Короче, вырезаешь в арбузы дырку размером 5 сантиметров, заливаешь туда бутылку водки, оставляешь на ночь, приятного аппетита. Ого. Армейский прием или что? Водка — это, конечно, серьезный напиток, да. Лучше воды. Здрасте, это снова я. Про заграницу. Куда посоветует Женя? Да блин, мне кажется, как сказать, звучит, как будто бы есть выбор. Вот, типа, если там студия предлагает разные сразу несколько, то, ну, я бы, наверное, ближе к Западу выбирал, потому что у меня много друзей, которые говорят, что Запад так себе и так далее, и я сам понимаю, почему, но я хочу все-таки попробовать, и я бы хотел пожить просто на Западе или же в какой-нибудь Японии, допустим, вот. Это то, что из моих предпочтений. А, ну, будем реалистами, работу там найти тяжело. Вот, так что
куда зовут, там нужно и смотреть. Мне кажется, если опыта нету пожить за границей, то, в принципе, что угодно сойдет. Ты что думаешь? Да, фэр. Мне кажется, если ты едешь за границу, ты, у тебя нету цели, как это сказать. Я не знаю, что просто у людей возникает в голове, когда такое, я поеду за границу жить и работать. То есть ты можешь, например, бежать откуда-то, да, от режима. Mm-hmm. Или ты можешь ехать за границу, потому что ты там видел какую-то возможность конкретную, да, в конкретной загранице жить и работать и развиваться. Мне кажется, это очень личный вопрос, который нужно понять, потому что за границей это много всего. Там, mm-hmm. мне кажется, такой очень controversial topic, вот, про который можно очень долго общаться. Но если есть возможность выбрать, то, мне кажется, нужно, ну, лично понимать, что ты потянешь, что ты не потянешь, зачем, для чего, для какой индустрии, где у тебя будет проще с языком. И вот, ну, очень много вопросов. Сложно, сложно. Компот пишет: Максим зануда. Ну, я... Максим, Компот, Компот, Максим, знакомьтесь. Очень приятно. Так, кайфалом, да, кайфалом, во, да, правильное слово. Я и забыл, я хотел сказать другое, более неприятное. Вы меня вовремя остановили. У меня сегодня день рождения, и я переел арбузы, пишет Илья. Илья, вот как, вот казалось бы, да, 3D и арбузы. Как много тем нас... Что ты смеешься? Как много тем нас объединяет всех сегодня здесь. А кем Женя себя чувствовал в школе? Подождите. Чего? Нет, там есть продолжение вопроса, но я порвался. Извините, кажется, я перегрелся. Больше интровертом или спокойно чувствовал себя на всяких школьных праздниках, событиях? Это так мило. Интровертом или спокойно себя чувствовал? Наверное, наверное, интровертом. Почему? Блять, я не знаю, почему. Ну так чувствовал. Твой социальный профиль пытаются проанализировать, что. Ну я интроверт. Какова участь известных деятелей? Чего, блять? Интроверт. Пишет в чатике: водка лучше вискаря. Так, так, народ. Арбузы лучше, арбузы. У нас тут аудитория молодая еще есть. Вы чё? А спрашивают, а что сейчас Женя делает, для чего грани выделяет? Да, ну, я сейчас вот розовеньким их подсвечиваю. Это я делаю кризы, потому что мы на самом деле вот очень близки к тому, чтобы перекинуть уже это во Fusion и чуть-чуть там продеталить. Но мне кажется, что время вот-вот заканчивается, да? Угу, да. Так что, может быть, в следующий так. раз. Вот, но в целом, вот, я сейчас накидал эти кризы, блять, мне здесь не очень ровно. И суть в том, что следующий этап, смотрите, мы что делаем, сейчас подправлю. Просто начинаем накидывать смус, да, и он в целом выдает неплохой результат, потому что сетка уплотняется, кризы есть у нас. Вот, и мы получаем вот что-то такое сейчас. Какие-то недостатки. Вот, она чутка кривенькая, кое-где нужно все-таки этот, наверное, мешку подсгладить или что-то такое. Но в целом этого более чем достаточно для того, чтобы перекинуть во Fusion и там продеталить. Точно так же, как я сделал, например, ногу вот эту. Сейчас покажу у робота. Так. Сейчас, секунду. Вот, если посмотреть на вот эту часть... Там верхняя тоже, она также продетальна. То можно увидеть, что здесь сама форма, она очень покатая, да, но при этом у нас есть какие-то выдавленности, у нас есть маленькие детали, и это все я делал, уже шлифовал также во Fusion. То есть, как бы, ну, это, опять же, это не супер подход для продакшена, да? Это я так забавляюсь. Ищу что-нибудь новенькое, свежее для себя. Вот, как-то так. Почему, пишут, почему Макс не так популярен в геймдеве, на твой взгляд? Да черт его знает. Я думаю, это хорошо, что он не популярен в геймдеве. Но вообще, всегда есть какая-то студия, которая работает на самом странном софте. Допустим, Bethesda, да, она на Максе работает. У них все инструменты на Максе написаны и так далее. Есть Machine Games, который на моды до сих пор работает. Моды никто не использует. Ну, очень мало, да, кто, кроме Machine Games. Machine Games до сих пор
на мод работает. Вот, но не знаю, честно сказать. Хороший вопрос. Макс в целом хороший это инструмент, но просто этот, как бы, Autodesk, мерзавцы. И вот где... Чего? Кстати, на дыне. Там такой, знаете, такой вход адский сейчас в чат произошел. Адриан Нейт пишет такой. Первое предложение. Касательно дыни. 100-150 грамм свежей дыни плюс 20 миллилитров белого рома миксуем в блендере и замораживаем. Получается очень вкусно. На заметку хозяйки, как говорится. Блендер только не перепутайте. Там же написано блендере, типа как программа. Да-да-да. Для 3D-хи. Прекрасно, спасибо за... Ну, интересный должен быть рецепт. Не материтесь. А мы не матерились. Вам показалось. Я матерился пару раз. Да? Но я говорил... Ну, сорвалось языка. Дима, тебя что, уже не плющит с чашки борща? Да нет, я... И вот если бы XYZ был таким, знаешь, борьбой кланов, там были бы, типа, неофиты чашки с борщем, неофиты летающего мангала, я бы, скорее всего, к летающему мангалу присоединился бы. Почему-то мне этот образ вызывает больше эмоций. Сейчас сделаю одну вещь, и Женя не сможет дальше думать ни о арбузах, ни о дыне, ни о 3D. Пусть вспомнит... Вкус кукси. Что такое кукса? Это такая это как... сладость или что? Не. Конфетка? Короче, рамен, знаешь, что такое, да? Рамен, да, да. Да, только есть такая модификация корейская, короче. Да? Это кукси называется? Ну, я не уверен, что оно кукси называется. Мне кажется, оно кукси называется. Ну, а то есть ударение. В чем модификация заключается? Ну, вид лапши другой. И там не такой наваристый бульон, да, как в рамене. Там ингредиенты чуть-чуть другие, то есть там яйцо есть, яйцо тоже в раменах бывает, капуста, говядина жареная, и там такая, как сказать, та не бульон, а, короче, вода с соевым соусом и с приправами, которые варятся. Ну, просто он тоже вкусный очень, и если у тебя будет возможность в каком-нибудь рестике попробовать, да, может, найдешь в каком-нибудь заведении, то это точно, ну, то, что можно попробовать, если тебе рамены заходят, потому что тема прикольная. Вот, ого, да. Нормально ты сделал Dive Into, прям. Шаришь? Что, не прикопаешься? Оф-топ так оф-топ. Оф-топ, да. Привет, это Засуриска. Учусь разработке VR на Unreal. Есть ли уроки по Blender 3D? Научите правильно модели для движка. Научим. Такого нет, кажется, в школе пока что. Но будет. Для VR? В будущем. Да, разработка да VR это... на Unreal. А, не, все, забирай слово обратно, я не шарю. Простите. Извините. Простите, да. Так, вопрос, Жени. Парочку вопросиков, и будем расходиться, кушать арбузы и резать мизинцы, как говорится. Вопрос, Жени, можно ли научиться моделить хайполи машину по урокам? Там смотришь, как учитель ставит каждый вектор, и точно так же делаешь. Да, конечно, а почему нет? Разумеется. Ну, все так учатся поначалу. Угу. Так что. Да. То есть, типа, формат урока дурацкий, да, что там, типа, чел нажал что-то, ты за ним повторяешь. Ну, наверное, да, не очень. Не самый продуктивный подход, но в целом хороший, ну, механический, надежный. Так. Еще один вопросик. А почему Женя в старых стримах говорит, что никому не советует Майя? Сам не пользовался, просто интересно, чем Жене нравится Майка. Да я попользовался и Майка, просто и модой, и блендером, и Максом. Просто если сейчас есть выбор, да, вы только начинаете, то я бы с блендера начинал. Че смеешься? Там очень ужасный комментарий, который я не буду читать, извините. Можете сами его почитать. Он про меня? Вот, он про арбуз. А. Там пошло то, к чему я не хотел, чтобы это приходило. Так, вот там есть вопрос про работу в офисе удаленки. Я думал, нужно пересмотреть начало трансляции. Мы просто реально уже раза два или три на него отвечали сегодня. Про это болтали. Вот. Хочу черешни, пишет Илья Каноненко.
ну да. Вот, кстати, вам урок напоследок. Черешни и вишни это не одно и то же. Вы вот знали? Я знал, но я думал, что они на вкус приблизительно одинаковые. А на самом деле вишня сакс вообще. Типа, как можно есть вишню, если есть черешня? Ужасно просто. Не понимаю. Что за обман? Так. Ждучка. У нас в чатике нашелся какой-то партизан, его сейчас забаню. Говорит, уж лучше пачка Принглс, чем арбуз. Ты чё, вообще, что ли, не уважаешь родину мать? Поберегись, еще один такой проступок, и ты получишь наказание. Вот это чат понесло. Ну, нормально. У нас есть традиция на трансляциях Женей, что у нас в конце начинается азарт, шутки. Ну, это хорошо. Работать нужно с хорошим настроением. Серьезное лицо мешает счастливо жить. Так, спасибо за стрим, отлично посидели. Всего самого лучшего Диме и Жене. Захотелось теперь арбуз, но ларьки закрыты. Владимир, спасибо за компанию. Не доверяй арбузам, будь с ними поосторожней. Они говорят, могут порезать тебя. Так, вот так вот. Извиняюсь. Вот-вот, извинись. Как вообще рабочий день проходит в игровой студии? Ты приходишь, садишься за компом, моделишь 7 часов? Хочешь, не хочешь? Да. Да, yes. Ну, рабочий перерыв там еще. С коллегами выпить кофе на 2 минуты, чтобы не задержали в коридоре и не сказали работать. Штрафные часы. Да. Можно в любое время пойти покурить, покушать. Да. Да. Ну, как обычно. Главное, чтобы работу сделал свою, чтобы в джире все таски были закрыты или там на паузу поставлены. На серьезных щах все делать невозможно, пишет компот. Вот, компот – голова. Вишня для тех, кто любит покислее. Или в компотике для кислинки. Супер. Спасибо за совет. Теперь я все понял. Спасибо вам за стрим. Пожалуйста. Извиняюсь перед всеми... Так, ага. Компот, поосторожнее с такими словами. И вообще, как вы там общаетесь? Чисто на английском или при помощи пальцев? Мне кажется, все общаются на английском при помощи пальцев. И английский, это и пальцы. И но на поиске. Уже не хороший английский. Вот. Ну и не нужен гарвардский английский, чтобы общаться с коллегами и понимать их. Вот. Вообще про пачку Принглс было... К арбузу. А, блин, окей. Ладно, все, заболтались про арбузы. Все, теперь вас на нужный тон, короче, не настроить. Вот, все. Виноваты, теперь нам придется уйти. Вон, видите, уже не там на столе рабочем есть GTA 4. Прекрасная игра, кстати говоря. Да. Народ, спасибо большое, что заглянули. Мне кажется, вышло душевно. Много было вопросов на ответы. Мне кажется, вопросы на ответы они запланировали трансляцию. Вот, надеюсь, мы оказались полезными для ваших дилемм, для ваших вопросов. Вот, спасибо большое, что заглянули. Было очень приятно с вами провести время. Mm-hmm. Вот. Будьте осторожны с арбузами. На всякий случай не остерегайтесь дынь. Дыни — это market fit, как мы выяснили. Если у вас стоит выбор между черешней и вишней, выбирайте черешню. Заглядывайте к нам на подкаст, подкаст XYZ. Там у нас вот похожая атмосфера. Много шуток, много гостей, которые не шутят, которые приходят, рассказывают про какие-то конкретные вещи из индустрии. Вот, кстати, в последнем подкасте был Женя Пак. Рассказывал про что? Про деньги. Про деньги в индустрии. Кто сколько зарабатывает? Чё как? Где больше? Где меньше? Очень интересно получилось. Такой вот формат. И серьезный, и несерьезный. Знаете, такая вот такой дзен геймдевный. У нас есть основной канал XYZ, где выходит видеоэссе, одно из которых вы видели во время перерыва. Тоже очень серьезное место. Полезное, контент, образовательный. В общем, все, как вы любите. Также наша группа ВКонтакте или Medium, где у нас выходит гигантское количество текстовых материалов. Не забывайте, что есть группа в Телеграме, где мы укладываем мемы смешные. В общем... Ну, контент контентом, везде контент. Вот. Единственное, но про арбузы. Про арбузы пока что ничего не выходило. Может быть, когда-нибудь я Артемия уговорю сделать какой-нибудь
мем, найти специально для вас арбузный мем, чтобы мы почувствовали себя комьюнити. Ну и как же искать про курсы? Гигантское количество бесплатных курсов, в которые можно прийти, ознакомиться, как правило, они прям такие, знаете, для начинающих, понять, что нравится, не нравится, и пойти дальше в индустрию. В общем, не ржавейте, пацаны, у нас и дамы, да, у нас тут такой вот еще был лейтмотив, ржаветь нельзя. Выбирайте мелитопольскую черешню, нам пишут. Да, все верно. Всем арбуз, пацаны. Да. Вот. И скоро 60к в группе, кстати, нам пишут. Да, кстати, скоро юбилей. Мы 50к что-то неделю назад, две недели. Представляете, как быстро растем. Все благодаря вам. Было очень приятно с вами побыть, прям вот, ну, искренне. Я сейчас зарядился энергией. Вот. Вы классный народ. Очень мне нравится с вами проводить время. Не забывайте нам заглядывать в гости. А пока вольно. Давайте пойдем отдыхать. 9 часов все-таки на дворе. И давайте еще раз скажем спасибо большое Жене и Паку, что нашел время. Потому что Женя сейчас очень плотно трудится на курсе. И в People Can Fly. Вот. И Женя, спасибо очень большое, что нашел время. Мне да, кажется, спасибо, что позвал. Народ, хорошей вам недели. Мы справимся, доживем до выходных и будем большими молодцами. А пока, всем пока. Да, всем пока.